Что это такое? Шарю нахуй. Я шарю. Спрашивает, пускай дед покажет бицепс. А кто такой дед? Это я. Ты дед? Да, бицуха пизда. Да ну, какой ты дед, блядь. Сука, царь. На прослушивание мудрый клоун. А вы уже что? Вы уже видите меня или что? Мы тебя видим уже. Можешь показаться прямо сейчас. Ты покажи, можешь силу свою показать? Какую мышцу именно показать? Потому что я нахуй могу всем... Ну, трапецию, наверное, надо сначала. Охуецую. Давай покажу. Она у меня такая раскачанная. Нет, охуецую не надо, пожалуйста. Брат, он весь в венах. Понимаешь? Вот настолько раскачанный. Бля. Да. Но если есть желание еще видеть охуецую, то можем показать, кстати. Так. Коротенькую историю можно пока пиздануть? Слишком коротенькую? Да, слишком коротенькая. Конечно, давай. У меня Кент, короче, с 5 лет был повернутый на Человеке-пауке, прикинь. Так. И вот он все время ловил, с 5-летнего возраста сажал себе на руку паука, чтобы он укусил его, понял? Да хуя пауков ловил и постоянно сажал себе на руки, чтобы кусали. И ему 20 лет исполнилось, мы на даче отмечали день рождения, мы ему подарили костюм этого Человека-паука, понял? И, короче, вы бы видели, как он синий, блядь, по всей даче бухой бегает в этом пауке. А это день рождения его было, прикинь, публика собралась. И мама, и отец, ну там все, понял? Крестные, ну, взрослые люди. А потом он, прикинь, прям среди стола достает болт и говорит, а сейчас паутиной забрызгаю всех. Ебать! Прикинь! Саш, ты где эту шутку прочитал? В Одноклассниках? От чего? Блять, а нахуй ты дослушал? Надо было сразу сказать, что баян. Блять, мимо, ладно. Это, знаешь, у каждого есть такой Кент. Согласен. Ну ты, кстати, нормально. День шуток начал, шутки прям сразу разрывной. Ну, короче, если что, ребят, если вам зашла эта шутка, скажите, что я на первом месте, и я заберу эти $500. Ну, мне нужнее, нахуй. Я лучше добавлю видеокарту получше себе, куплю, блядь, на ком. Тоже потому верно, что то, что мне братишкин посоветовал, братан, это пизда. Что он тебе посоветовал? Он говорит, вот хороший, а там что-то RTX 3090... 64 RAM, DDR5, ого, i9. Недороговато ли? И я, короче, смотрю, на это все по итогу. 43 тысячи юаней. Говорю, брат, ну тебя наебнуть или что? А 43 тысячи юаней это сколько? 43 тысячи юаней это 200, где-то около 250 гривен. 250 тысяч гривен, да. Ого, это многовато, мне кажется, или нет? Многовато немного, да. Немного многовато. Нахуй, 500 000 рублей. А сколько ты зарабатываешь, Саш? Ну, типа, официально где? В театре? Или вообще сколько всего? Всего, всего. Ой, братан. Ну, 1700 в рублях в месяц. Нормально. Это что, это заработок? Да. Ну да, это... Ну, где-то так, да. Когда как? Нормально. Это на танцульках? Не-не-не. Это если, ну, все вместе. Не, если вообще все вместе, ну, 1800-900, может. Это в хороший месяц. Ничего себе, блядь. Здорово, чё. Привет, братец. Здорово. Капец. Это почти как мой стрим по Казику. Повъебался? А у тебя сколько у тебя в онлайне человек, когда ты вот казино ведешь? Сколько у тебя в онлайне? У него 20 тысяч. Не, да я, да как попало? Как попало? Смотри, как... 20 тысяч! Оно же как... Ебать, оно же человек как... просто ведет казино, нахуй. Я тут распыляюсь, обзоры квартиры делаю, ебучие свои. А где ты делаешь обзоры квартиры? Нахуй, Брат, посмотри последний стрим. Он был охуительный. Угу. А он смотрел, последний стрим же было такое, чтобы не смотреть. Не, я последний стрим я заходил. А, я, конечно, не, я чуть-чуть смотрел, правда, я никогда не вру, чуть-чуть смотрел. А, там одна малыха подкатила ко мне. Саша. Опа, как прям. Саша. Хорошая. Встал у меня и ушел нахуй. Саша. Она что-то там. А, да, брат. Ты готов сегодня смеяться?
Я так готов смеяться. 416p качество. 415 качество — это у твоего отца очко. Ты смотри, сука, рассказываешь мне, подошва, блядь. Там, прикол в том, что... 416 качество, сука. Хуятина, блядь. Чё сам? Там то не только 416 было, там вся движуха была, весь табор, блядь, пригнался туда. И все входили, блядь, по очереди, а ты мне, сука, сейчас... Сейчас. Ладно, аж взбесил, блядь. Я могу его забанить, Саш, если хочешь. Не надо, брат. Пусть живет, нахуй. Ладно, он и так живи, ущербный. Понял, куда, куда, куда больше его, папа, блядь. Папа разрешил, живи, блядь, пока что. Черт, черт засатый, блядь. Сейчас там все какое-то мать. Сейчас запущу стрим, чтобы видеть себя. Подожди, сейчас найду тебя. Тебе обязательно видеть себя, да? А, да вообще, ну и вас видеть, пацаны, но ваша реакция, она, естественно, мне важна. Потому Саша, что если вы будете... Ты иногда просто знаешь, Вадюх, так, ты иногда смеешься тихо. Я не выкупаю, понял? А у меня, да, у меня бывает без звука, сайленс такой. Ты вот так вот сидишь и смотри. А я не слышу, нахуй, ты смеешься или нет. А оказывается, ты смеешься. А я сижу как долбоеб, не смеюсь. А так, смотря на тебя, я буду тоже. Понял, да? Да, я понял, хорошо. Саш, смотри, проблема такая, конечно, Макс, конечно могу. Проблема такая, смотри, Саш, есть шанс, да, что будет не смешно. Что мы будем с этим делать? Давай захуесосим всех в конце. Хорошо. Ну, прям вообще. Хорошо, Поппи, Поппи, ты тут? Зайди. Поппи, ты можешь нам первого, который вот прям, либо которого вообще не жалко, либо который прям развалит кабины? Саш, смотри, ты в предыдущем хоть кого-то запомнил? А, да, я Пресли, почему-то, да, вот, во-первых, да, вот этого с париком, он, ну, прикольный. Да, а во-вторых, почему-то запомнил вот того чувака, который монтировал и сделал меня с дискордом пещерного, понял? Блять, ну это... Угу. Игра, Дава против Вилки, хорошо. Братуха, добавь света. Нихуя тебя не видно. Это Роме, не мне? Да. А, Роме. Тебе хорошо. Так, внезапная своя игра. Есть, все четенько. Что делать, что мы делаем? Мы ждем Поппи-бо. Мы, типа, мы фул готовы. Свет отключить. Это мне... Такое ощущение, что ты ушел в сумрак, блядь, и все. И все, хуй появится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бывают такие люди вообще? Баху. Не, Баха нормально, кстати, покорил. Он хоть и немножко... А что мы смотрим? Мы пока, Дава, мы пока ждем Поппи Бой, когда она нам кого-то перекинет. Мы типа, мы готовы уже, Поппи, мы готовы смотреть конкурсантов. Помним, приз сегодня такой. $500, 300 и 200. 1000 баксов на троих. Это сегодня уже финал, да? Может... Сегодня, да, мы сегодня всем... Ну, все, уже сегодня всем все будет. Может, плохо сами, блядь, распилим эту $1000 нахуй, блядь, эту движуху мы собираем, блядь. Плохо слышно. Согласен. Не может быть. Не может быть, тебя плохо слышно. Тебя должно быть хорошо слышно. Так, сейчас, ладно, я Танюхе пишу. Мне кажется, как будто она немножко этот. Алло, Вафля, мы готовы. Ебутся в жопу коты. Ай, алло. Алло. Вон там пилинкает, нахуй, отвечать надо, ебутся. Мы, смотри, мы готовы. Мы готовы полностью. Ага. А Зубарева, что ты включил? А что мне надо было включить? Подожди. Что я сделал? Хуйню какую-то. Не знаю. Ты включил стрим на чем-то. На включить камеру ты тыкнул вроде. А, да. Мне надо выключить ее? Да, выключи. Так, хорошо. Тань, все. Ты тут? Прости. Смотри, первого желательно. Того, либо который разъебет, либо тот, кого не жалко, нахуй. Блять, я еще что хотела сказать. Так. У нас есть челы. Так. Ну, прям пиздец кринж. Так. Вот, и весь их прикол, они не смешные, но они кринжовые. Тут вам главное выкупить шутку. Ага. Ваня, а почему ты подписал Зубарева и Олон, но меня не подписал? Типа, да я же тебе сказал, что у меня... Блять, сейчас... Меня не уважают. Да я, блять... Я в ТикТок не залетел, чтобы меня не смотрели. Я не ту скачал. Сука, доебался даже да, тут, да, блядь. Какой же ты кончалыга, блядь. Да нет, в чате прочитал, просто чел правильно подметил. Да нет, ну просто скажи, не уважаю, блядь. Я пойму. Да, да, это, брат, это неуважение, нахуй. Согласен. Я тоже так считаю. А, все, мувать?
Да, мувай первого конкурсанта, который сейчас прям разъебет нахуй, давай. Блять, или того, кого не жалко. Как хочешь. Танюша, это ты, да? Ну ладно, я знаю, кого мунуть. Да, это Танюша. Я знаю, кого мунуть. Ну, классно. А он мунуть, бля, хуёво. Ладно, давайте попробуем. Так, давай, попробуем. Один. Давай, Хакаги, привет! Да он Мутя. Братан, а сколько Тане лет? Тане? 16. 28. 23. 23. Ладно. А есть у тебя кто-то, Танюха? Нет. Все, ни слова больше. А вы меня засмущали, я не могу вспомнить, кто как шутил. Да похуй, нам любого давай, поебать нам. Нам чисто первый. Нам чисто мешок для битья, нам похуй. Мы на нем потренируемся и дальше пойдем уже. Давайте тогда вот это. Бля, Кюбаха, надо было тебе начало залететь сюда. Мы тебя обосрали просто. Алло, здорово. Мерклинг. Да, звук лечи, еблан. А, у него нет микрофона, видишь, он без микрофона. Нет, он может говорить, ему нужно самому размутиться. Нихуя у тебя подбородок. Здорово. Здорово. Здравствуйте, ребята. Привет. Как у вас дела? Ну, уже лучше. Тебя увидели вообще. Уже лучше, да. Как тебя зовут? Меня зовут Марк, я с города Санкт-Петербург. Как тебя зовут? Марк. В общем, у меня сегодня... Блять. У меня сегодня шуточки. Так, смешные? Про стримеров. Ну да, я сам как бы сочинял, там старался. Ну ты сам смеялся хоть с одной шутки этой? Ну было хорошо. Было хорошо. Ты вот придумал шутку, такой... Ну... Но он сейчас даже делает такой... Я харкнул нечаянно, ладно. Пишет Рома, завидуешь? Завидую. Бля, подбородок у тебя классный. Да, спасибо, я знаю. Как бы можно и ударить даже. Хорошо, давай так. Ты готов начать прям разъебать, да, прям жестко? Прям разъеб жесткий сейчас. Давай, шути. Так. Знаете, почему Строго живет в круглом доме? Почему? Алло. Боится получить пизды за углом. Нормально. Ну ладно. Так, подождите. Ладно, это не шлага. Что сказал Строго, когда его плохо подстригли? Так, что? Блять, опять! Ну, послабее. Дай в пизду. Да, послабее маленечко. Братва, а кто такой Строго? Строго? Это у нас ловелас один, жесткий. Ясный черт. О! Танюх, у вас общая ситуация. Давай про Попе какую-то шуточку. Танюха. Про кого? Про Попе нет. Мы с тобой, я тебе говорю, блять, будем такие счастливые. Вы пиздец просто. Ладно, давай. Еще давай одну, ебаш. Что происходит в доме у Десаута, когда уходит свет? Так? Так что? Ольга его нахуй теряет. Ну это ж настолько дефолтно, братик, ну пиздец. Кто? Ну, это ладно, давай другую, тихо. Слишком. Давай разъебистую. Давай разъебистую. Так, сейчас, секунду. Что есть у любого хорошего футболиста? Так, что? Пизда Катюхи. Так, сейчас, у меня куча, блядь, подождите. Ладно, это хорошая, первая хорошая. Бля, мне иногда кажется, что весь сериал Катюху переебал, блядь. По чату, блядь. Слава, не обижайся, это только шутка, нахуй. Просто в чате всегда пишут, нахуй, то Криштиану Роналду заехал, то, блядь, Месси приехал, блядь. Такая не смешная, но факт. Так. Кем был бы Эвилон, если бы не стримы? Так. Советовал камеры. Александр. Зум ловим? Да, брат. Конечно, все можем с помощью этой камеры. Чудо. Так, сейчас, подожди еще. Очень хорошая, очень хорошая. Давай. Ну только надо, ну типа, типы, которые шарят, поймут. Базар, все. Так, смотрите. Сейчас, секундочку, немножко потерялся. Куда заходит Эвилон, когда ебет Генсуху? Так. В пещерку дебилов. Понял? Ну да. Объяснить, может, немножко не надо? Дай их пизду. Поясни все, что говорил. Все, что говорил до этого. В общем, смотри. У девушки Вадима есть телеграм-канал, называется «Пещерка дебилов». Ну вот, он туда заходит там иногда. Ну так, уже давненько там не был, как говорится, блядь. Так,
Ну слушай, я тебе хочу сказать, неплохо. Неплохо. Еще есть, у меня куча. Давай еще две убийственные прям. Так, убийственные. Давай, вот у меня пол хп еще. Так. The South пришел на вручение Оскара. У него спрашивают: ты, блядь, кто вообще такой, нахуй? Он говорит: я номинирован. Объяснять надо? Да не надо, мне кажется. Я не понял. Я не понял, но прикольно. Охуенная шутка, ну типа... Ну, я объяснять не буду, нахуй оно надо, правильно? Еще про The South есть такая хорошенькая. Я написала в телегу, Вадь, пояснение. А мне можно? А, ладно, не надо, тогда не осуждай. Давай так, без таких шуток, нахуй. Так, подожди, еще хорошее. Давай. Кем The South был в футбольной команде? Кем? Бомбардиром. Долбоёб, блядь. Ну ладно, тут ничего такого нет. Когда мы играли в футбол в Турции, да, он у нас футболистом был, он был в атаке, играл, забивал очень много голов. Серега, красава, передаем тебе привет. Да, Серега, это вообще типа ноукэп. Пошел нахуй отсюда. Блядь! Ладно, вообще мне понравилось, если честно. Все, съебуйся, чтобы мы оценки говорили. Все, подождите секунду. Давай, можешь секунду. Кому-то привет передать, если хочешь. Нет, что-то показать что-то там. Привет. Сейчас, секунду. Че там там? Хуй достанешь. Он такой: а, забыл картинку члена. Я повар. Александр, можно шпагат небольшой? Я тот самый повар, которого вы хотели это... Брат, аутсайд это не ты. Я своего узнаю из тысячи. Не, это... Блядь. Что-то пытался, какая-то подъёбка. Не получилось тогда. Ладно. Все, брат, в принципе, молодец. Я не хочу сказать, давай, съёбай, чтоб я тебя не перехватил. Давайте, до свидания. Да там у меня кнопка отключения не работает. Бля, ебай, последние две хорошие. Да, мне понравилось, мне понравилось. Но, скажу так, я потом понял. Я сделал вид, если что, что я не понял, блядь, как всегда, нахуй, объясняю. Для тупых, попибо, блядь. Да. Но ничего страшного, как говорится. Такие шутки я всегда не понимаю. Но было прикольно, я хочу сказать, молодец. Я даже поставлю 5, мне понравился. Он довольно харизматичный, такой в себе уверенный. Ну, молодец, молодец. Типа, мне понравилось, я 5 поставлю, похуй. Нормально, тоже 5 могу поставить. Человек пишет: а-а-а. А если я нихуя не понял, как оценивать? Вообще, от слова, ну, вообще нихуя. Ну, это оценивай, как чувствуешь. Если не понравилось, скажи, блядь, 2 нахуй. Да не, ну не 2, ну можно там где-то, ну раз вы смеялись, значит это же смешно было, ну давайте 3.5, можно? Да, ну, можно. 4 получается. Нет, 3.5. Танюш, а что ты округляешь? Ну ладно, 3.5. 3.5. 3.5, ебало. Давай, Танюш, нам кого-то другого. Так, 3.5. Блять, у меня не пишется в табличке. Кстати, вот факт того, что все люди знают, что тут будет Зубарев уже второй раз, и все шутки, блять, про Строга и про Десаута, ну пиздец. Я вообще не понимаю. Ну, одну понимаю, про, блядь, пельмени какие-то, блядь. Аккуратненько про Китай. Аккуратненько. Очень. Алло. Давай, на созвоним. Сейчас он, ну, лагает. Алло. Алло. Здорово. 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 Че ты? Да, я что-то не могу разобраться, как тут включить все. Там кнопочка включить камеру под веб-кам. Ты в матрице, брат. Там не сложно, так, братик. Включить камеру. Видно? Да. Да, видно. О. Здорово, Слава. Шутки есть, Слав? Шуток нет, то будем разъебывать, ебать. Приступай. Давай. Всем здорово, ребятки, ебать. Сегодня на связи полковник Ебаренко. И сегодня я разъебу ваш конкурсик просто в щепочки. Все? И Вилончик, недавно, блядь, у нас был бой с этим ебаным, блядь, злым. Ну вообще не по чесночку, ну как так-то? Просто лаки-бот, просто как в Mortal Kombat меня одним приемчиком хлоп-хлоп-хлоп, но это не дело, братанчик. Понимаешь, так не делается. Я требую реванчик, ну это полная хуйня, если честно, блядь, пиздец. Кстати, Brawl Starsик, все знают, все любят играть Brawl Starsик, ребятки. Смотрите, я тут татуировочку такую охуенненькую набил. Ну, чисто я же полковник Бусереночка. Все заебись, все четенько. Смотрим. Да. Эль Примо! Как бы в стиле полковника Бусереночка. И знаете, вот многие говорят, я проебу в КС-ку, Клэш Рояль и в другие игры. Братанчики,
Главное не это. Да мне вообще похуй, что базарят крысы за спиной у кисы. Главное хуярим. Все получится, ребятки, ебать. Ну не у вас, ебать. Ха! Блин, пиздец, нахуй, разъебченко. Я помню, ты с пародией, да, к нам пришел? Ты как ты это понял? Как-то так, ребятки, вот такой вот у меня небольшой видосик. Но главное, ебать, вы суть поняли, блин. Был? Да, видосик. Если вы его посмотрите, он, конечно, получше будет. Вот. Понял. Я 4 минуты, ну 3 минуты, но он такой более динамичный и более как бы интереснее. То есть там вставочек разных много было, и он поприкольнее. Вот, понял, и было бы здорово, если его посмотрели бы. Хорошо, хорошо, брат. Ну, с пародии. Ну, как сказать, вот с пародии. Вот смотри. Ну, не очень похоже. Саш! Ну, я не профессионал, Саш, но как могу, ребят. Саш, ты знаешь Бустера? Нет. Yeah. Вот он сидит еще перед тобой. Ты что, не узнал? Привет, Бустер. Здорово. Извини. Бог простит. Ну что, спасибо, мы тут в оценочке поставим. Да, спасибо. Короче, это было из рубрики «Кринжа». Нет, вам, мне кажется, много. Тебя спрашивали, кто ты нахуй тут сидишь в судьях, блядь. Ну, двоечка. Ну, не похоже. Блядь. Не похоже. Не похоже на меня. Проблема в том, что вот Саша не заметил, что они схожи. Как бы я не очень. Прохожий парень. Ладно, Тань, есть у кого шутки будет? Хоть одна, которую поймет Зубарев. Давайте вот этого. А как ты решаешь, Танюш, ну, что Зубарев поймет? А я что-то помню. Ну, я же не всех отбирала. Но вот последний был мой выбор. Там, типа, ну, прям видно мое чувство юмора. Здорово. Привет, сестра. А, братан. Здорово, брат. Здорово. Здорово. Как тебя зовут? Лёва. Лёва. Лёвчик. Лёвчик, понял. Угу. С чем ты к нам пришел? Это, кстати, тот самый парень, который стерео лижет Иринян из чата. Ага. Да, я. Хорошо. Ты пришел к нам с какими шутками? С анекдотами. С анекдотами. С разъёбными? С экскват? Своими? Или с рандомными? Нет. С рандомными? Угу. Хорошо, давай. Главное, надеюсь, ты выбрал смешные. Ну, я тоже надеюсь. А ты сам их писал или в интернете? Нет. Понял. Братан, а скажи, каково это вот, когда, ну, дохуя волос? Когда вот можешь бам, поправить их там. Ну, каково это чувство вообще? Он уже 5 раз их поправил. А я вот спрашиваю, ну, типа, ты кайфуешь, когда шук руки туда засунул, блядь, бам? Кто-то сосет тебе пальцы там. Да, да. Ну, или как. Да? Охуеть. Да. Я завидую тебе. Хорошо, давай ебашь анекдот. У. Почему в саванне не курят и не пьют? Лев против. Два наркомана покупают курицу. Это курица? Нет. Это хавается. Два друга, один друг говорит другому. У меня есть две новости. Хорошая и хуевая. Начни с хорошей. К нам едут 2 тёлки. Какая хуёвая, твоя. У бабушки был огурец. Она долго думала, засолить или сразу съесть. Думала и сказала, да в пизду. Кто долбит похотливый дятел? Тук. Если на вас напала стая волков, то притворитесь цирком, потому что волки на цирк не выступают. Безумно. Лупа обиделся на Пупу, а Пупа ему говорит: Лупа, ну не преувеличивай. Корова утонула в реке, теперь у нее молоко топленое. Два наркомана, один наркоман говорит, наркоману не выпустили... Это про тебя анекдот? Да. Что с наркоманом там? Наркомана не пустили на рейс в Европу, так, но он все равно попал в Вену. Как называют тусовку, на которой есть проститутка Ирина?
Вечеринка. Это баянчик. Прям вообще пиздец. Думаешь? Думаю. Как назвать жену? Где ее муж? А, пролагал, пролагал. Как называют жену, которая всегда знает, где ее муж? Вдова. Почему забанили ярмарку, где торговала молодежь? Там можно было купить сливы школьниц. О, что я, блин? Ничего нельзя было купить. Ягоды. Один очень влиятельный кавказец переехал на Мадагаскар. Теперь это Мага-Гаскар. Ну, блядь, очень влиятельный, ребят, блядь. Слишком даже, блядь. В общем-то, кто? Где шутки искал? Ну, у меня есть пару источников, которые там... Я предпочитаю не выдавать. Храни их в секрете. Угу. Там пока все самое смешное и ценное, братик. Спасибо тебе, да. Слушай. Ну, это было не так плохо, как ты, в принципе, можешь себе представлять. Наверное. И не так плохо, как у предыдущего участника. Потому что там было очень плохо. А тут просто плохо. Да, спасибо тебе за участие. Спасибо тебе за участие. Не за что. Гэлыч, давай. Короче, оценки будут? Нет. Да трёшку поставлю ему. Ну, некоторые были ничего такие, блядь. А все остальные, ну, ничего ставить не будут? Три тоже. Три, чат. Три. Бля, сложновато нашим юмористам. А ты кто зашел, блядь? Ты че, Лерон, нахуй? Лерон, блядь, зашла, нахуй. Или Инсидер. Алло, я? Бля... А мне конкурсный можно? Да, а давай. У меня есть для вашего формата специально. Давай. Прям. Давай, Вань, зазай планку нахуй снизу. Да, сейчас разъебывает. Эксперт, это же бывший перт? Да. У меня друг в Баку отдыхал, я так и не понял, в левом или в правом. Это, сейчас. Короче, машине можно заехать на пит-стоп, а еще можно заехать на бред-старт. Сейчас. Это еще... Сам придумал? Да. Прям на ходу? Да. Я купил себе анорак, а теперь еще подумаю купить себе он-козерог. Все, до свидания. А можно я тоже тогда скажу? Я вчера шла и споткнулась об кота. Об какого? Обманула. Ну это ты шутила, блядь, уже нахуй. Ну это да. Короче, дед хочет зайти, но он через ОБС не индивидует. А чё? Он же может вывести. Я не знаю, ну пусть зайдёт в Дискорд. Будет просто неудобно. Мне выводить сложно. Да, Танюха спиздила шутку, блядь. Да, я знаю. Но она всё равно у человека, который не прошёл. На Санька, он просто в ахуе. Алло. Алло, да. Какой бэнс ниндзя, блядь? Не получится так. Алло, говорит, да. Извини, брат, что мы тебя потревожили. Прощаю, Саня, прощаю. Сань. В смысле, ОБС ниндзя нельзя? Нельзя, тут не получится. А что? Блядь. Точно не получится? А через Дискорд сейчас? А ты стримишь, что ли? Сань! Саня! А мне ОБС нужна. А, демонстрацию экрана сделать? Ты можешь ОБС создать, там кнопку нажать, запустить камера. Виртуальную камеру и в Дискорде включить именно запуск виртуальной камеры, понял? А не этот. Там ОБС есть. Сань! 144 ред, идите вы нахуй! Я знаю! Сейчас попробую. Спасибо, вот скажите, блядь, Вадюхе. Ладно, давайте, может, пока следующего, пока там я... 144 ред, блядь. Так это ж не от вебки проблема. У меня есть один мальчик, который отправил видео. Ну, прям кринж, пиздец. Мы можем сначала посмотреть его видео, а потом послушать его шутки. Ты думаешь, нам это надо? Я думаю, нам обязательно нужно посмотреть видео. Ну, включай тогда демонстрацию экрана. Сейчас. Блядь.
О, честно, 480 ре. Спасибо, брат. Мне стало чуть легче. Я запустила. Ну, хз, брать, хотя картинка резкая. Мне надо жать смотреть стрим. Да, давай. Включай, смотрим видео. Готовы? Да. Ну, осторожно. Крич. Да. Ликс, когда запустил так. Стрим. Цитаты великих. Не суй свой нос в чужое дело. Что кричит бустер во время секса с Катюхой? I can't stop, stop. Однажды строго по пьяни перепутал Гаечку и Макривского. Так получилось. Новое разоблачение. Проникоглая. Егор Крид, когда поддерживает Славу в КС. Давай, Славян, трахни их, как я твою Катюху вчера. Жестко. Мувать? Ну, хз. Мне жаль закрыть стрим. Да, закрой стрим. Спасибо. Ну, мувай, блядь. Я, правда, хуй его знаю, что сейчас. Как прошел стрим? Грустный, ну, средний или веселый? Написано. Вот вам как. Веселый. Ой, Рома ливнул. Веселый, я нажимаю. О. Алло. Алло. Лёдом. Привет. Здорово, с видоса порвало уже, надо просто добить уже. Я понял, да. Ну, сейчас добьем нормально. Давай. Как могу. Что, я сразу начинаю? Сутки писал сам, да, я так понимаю? Да. Только можешь, пожалуйста, поменять меня и себя местами? Потому что тут пиздец воняет после прошлого участника к старым каким-то горохом, блядь. Угу. Вот. Хорошо. Ладно, похуй, можешь не менять, в принципе. Зубарев, а что ты там сидишь? У него вебка вообще зависла. Вот вы представьте, ребят, представьте нахуй. Вчера захожу на стрим к Зубареву. Чел на 2К онлайна рассказывает, какой у него охуенный пылесос. Вы понимаете? На 2К онлайна чел обозревает пылесос. Так вот. Я стримлю уже около 2 лет, и у меня всего 200-300 онлайна. Я думаю, что будет, если, ну, я также буду, блядь, обозревать пылесос. Ну, конечно, он не такой пиздатый, как у тебя, не супер какой-то там... Плоский, с подсветкой, ну, в принципе, тоже нормально. Пойдем. Ну что, хороший. Сделай обзор. Обзор? Ну, да. Сосет. Не, ну просто я в ахуе был, потому что... Ладно. А можешь включить и показать, как сосет? Да, могу. Покажи, брат, будь добр. Тебя заинтересовало, Саш? Да, ну прикинь, он реально сейчас вставит пылесос. Я ему 5 поставлю. Так я включил! Не слышно, что ли? Алло! Слышно. Так, ты будешь показывать, как сосет или нет, блядь? Ну, не буду. Это уже на другом, так сказать. Так, а шутки будут? Да. Давай, ебать. Строго перед прыжком с парашюта спросил у инструктора, а вдруг у меня парашют не откроется? Инструктор ему ответил, что значит вдруг? Вообще-то никто пока не жаловался. Вы знаете, почему волки не едят бабушек? Почему? Они вяжут во рту! Ну, бля, хорошая, по-моему. Да, прям на предыдущем стриме тоже слышали. Да? Блядь. Случай из 2004 года. А Дима выйдет? Нет, у него пожизненное. Дальше. Бля, вот вы представьте, когда я в 18 лет искал в интернете инструкцию подрочки, то на каждом, сука, сайте мне выдавал канал Дмитрия Алекса. Вы понимаете? На каждом, блядь. Так вот, у меня вопрос к Дмитрию. Ты, сука, что, рекламу у Яндекса купил? Все ходят в поход с рюкзаком. Авилон без. Знаете почему? Потому что у него все под рукой. А точнее, под губой. Ну ладно, это... Это сильно было все. Дмитрий Ликс никогда не чистит зубы, потому что даже зубная щетка отказывается давать ему в рот. Можно next? Да. Спасибо. Это пиздец. Бля, это просто пиздец. Бля, вы понимаете, какие люди вообще оценивают наши шутки, блядь? Ты понимаешь, что не было ничего смешного? Нет, у нас нет, я к тебе не к этому. Я говорю, видео, вот когда, когда мы шутим шутки на стримах, вот такие люди оценивают наши шутки, пишут кринж. Так что вы теперь не имеете права нахуй оценивать наши шутки, блядь. Давайте, ну, типа, расслабиться от кринжа, я баху мувну. Опять баху, что ли? Ну... Нахуй ты пришел опять? А нахуй пришел? Нет, а есть смысл вообще участвовать после того чела? Ну, как бы, по-моему...
Ну, типа, смысл вообще? Постового хаза, мне кажется, у тебя шансов нет. Там прям фул мясо было. Особенно видос. Короче, чё это, блядь? О, бобёр, блядь. Здорово. Салам, пацаны, всем. А меня слышно? К сожалению. Блядь. Ладно, короче, чё, в принципе, без водного слова кого-то, я сразу начну хуярить, правильно? Бах, ты же понимаешь, что, ну, типа, ты не смешной, просто все настолько не смешные, что ты кажешься смешным. Да. Ну, я этим пользуюсь, ну, типа... Да. Но все равно есть человек, который более не смешной, чем все прошлые. Малый. Да, было. Да, факт. Мой братишка, кстати, шатаут малому. Да, хуй пошел. Слышь, а сейчас у тебя тоже... Что? Сейчас у тебя тоже и парик, и... Ну, это тоже маска? Или да, это реально нарисовал? Нет, я с этой шпаклевкой 5 часов сидел, бля, ждал стрима. Ты что, долбоёб? Пиздишь. А ну, ближе и проведи вот это. Или закрой ладошкой. Да не, она же видна. Блядь, Лянь, реально? Все, я понял. Да. Вот, что, все, давай, let's go. Что именно? Можно? Голос брутальный сделал вот этот. Да не, прикольно. Не, тебе идет голос этот, прикольно. Спасибо, Вань. Давай, ебать. Короче, все, первое, прям фул фарш, готовьтесь. Любимая позиция мамы Николая на Инферно. Гробы. Убрал. Убрал. Осуждаю, если что, протестую, осуждаю в GTA Peter Pay, ребят. GTA Peter Pay. GTA Peter Pay, естественно, тоже. Хорошо, ладно, все, понял. Давай дальше. Ликс настолько старый, что смотрел 300 спартанцев с горы. Решил как-то ломака прогуляться по Google картам и запыхался. Так, вот сейчас тоже будет дёрти такая прям, я боюсь, ладно. Мать... Опять не коглая, что ли? Нет. Нет, сука, тут... не надо больше. А нет, только нет, ты уже породил конфликт, и три боя вообще, блядь, ты чё? Здесь мама Вани строго, можно? Пожалуйста. Аккуратно только. Аккуратно. Мать строго не играет в мафию, потому что ей вся падает шлюха. Это аккуратно, ты там. Не надо, блядь, так аккуратно. Осуждаю, не поддерживаю. Реально, протестую, сорян. Нет, просто думал, что это нормально, типа. Алло. Да, продолжай. Меня выбили, блядь, думал, меня кикнули. Короче, сейчас еще что-нибудь такое. Пришли к Макривскому 8 человек. Да. Бустер, Эвилон и шестерка строго. Меня Ваня забанит, бля, все, меня Ваня не видит. Я не знаю, что дальше, как вообще. Тебе пизда. Я знаю, да, я понимаю. Последнее твое выступление и вообще написание в чате. Сейчас тоже. Я не знаю, у меня все какие-то злые, я не знаю, у меня какие-то агрессивные шутки. Бабушка Ольга получила флешку в лицо и подумала, что уже в раю. Блять, все, грешник, все, надо исповедоваться, блядь. Ладно. За что бабушку Ольгу-то в последний путь-то, да, такой ты уебанцы. Пиздец. Что? А вдруг она со смеху умрет? Осуждаю, не поддерживаю. А вот еще, и Зубарева, специально спешл фо Зубарев. А, да, короче, что общего между Зубарем и... Блядь, что сбился. Что общего между Зубаревым и обладает? No cap. Не выкупили? Блять. Ладно. Ну да, выкупили. Ну есть такая хуйня, да. Сейчас что-то еще грязное надо. Если что, Зубарев прям выпал на вебке. Ну я вижу по нему, да, что он пиздец просто мясо там порвал. Короче, любимое действие гаечки на компьютере. Создание папки. Мне можно аккаунт уже удалять, думаю, ты еще, да, в принципе? Все, Вань, смеешься, потому что жиза, да? Да, жиза. Блять. Ладно, сейчас что-то еще найти. Я тоже помню, создал папку, не получилось. Сейчас. Что сказала мама Алекса, когда он родился? Что? О, еблан. Ладно, короче. О, еще, вот, фруктоска, все, короче. Фруктоска не умела целоваться и на первом свидании пришлось заняться сексом. Блядь, такая, ну, так, ну, такая, да. Блядь. Ну ладно, блядь. А вдруг парень красивый просто? Почему Лексу подарили секс-куклу? Поебать. Дёрти. Так. Слушай, а есть еще пару шуток? Можешь другим участникам оставить?
Так не, я говорю, типа, все, смысл нет участвовать, кобой, мне кажется, все, 500 бачей залутал вот так просто. Не, 500 бачей, кобой, скорее всего. Я фанат, я, бля, кобой. Не, скорее всего, ты залутал 500 бачей, но ты же понимаешь, что ты больше чат пока не сможешь писать. А, ну нет, это да. До общественных извинений перед целью. Не, ну это да, да, такая тема, да, есть такая темка. Ладно, еще есть про Рому. Ром, бля, готовься, тебе ебало снесет просто. Почему Рома настолько... А, стоп. Прическа у Ромы настолько полезная, что он моет ее только в день уборки. А, тут еще так, бля, а Зубарев все, типа, ему похуй нашел уже? Да, он просто выпал, настолько смешно его было, понял, про прическу Рома, что он... Ну да, да, я понял, что там просто по полу катается смех. Прости, не, я, вот. Я за арбузом ходил, я буду арбуз хавать. Есть что длинный, есть что длинный максимально, ну, короче, такая история, короче. Когда в салоне компьютерной техники консультант сказал, что сдохла мать, строго по привычке начал плакать. Ну это самые такие шутки, просто не хотел баяну шутить, ребят, поймите тоже правильно. Вот. Ебать. Нет, мне Ванёк, блядь. Мне на Ванька жалко, реально соболезную. Вот. Что еще тут? А. Потому что секс писать огромный, типа. А Ликс всегда боялся расстроить Борису своим неправильным произношением названия кофе. Репит. Бля, ладно, хорошо, еще раз. Ликс всегда боялся расстроить Борису своим неправильным произношением названия кофе, поэтому всегда заказывал пиво. Хуйня, зачем? Нет, нет, это лишнее, да, да, это лишнее. Когда запнулся, было смешнее, блядь. Да. Ну, тут еще... Стоп. Ну, здесь про злого, но такая баянистая чисто. Что говорил отец злого, когда тот... Не, что-то я дочитал, я не буду, нет, я не буду говорить. Я точно улечу, пиздец. Скинь голос, пожалуйста. Ну тут, сейчас. Ну просто тут как бы такая, ну прям дёрти-дёрти. Прям грязь. Чел последний день на Твиче. Радуется как можно. Можно, думаешь? Ладно. А что говорил отец злого, когда тот выходил из матери? Пошла грязюка. Ну я, нет, просто я думал, что это прям, ну такая, ну грязь полная. Вот. Ну, в принципе... Да, блядь, злой бы так же сказал, типа, ему похуй, я думаю, блядь. Пошла резюка, блядь. У меня все. А ладно, хорош, ты мог, кстати, не приходить, ну ладно, в принципе, было очень смешно даже, так сказать. Да просто нужно было как-то... Да, пару дёрти пиздец, конечно, было, ну красава, блядь, Сашу порвало, блядь, спасибо, нахуй, хотя бы Сашу разок порвало. Ой, у меня легко выключилось. Нормально, нормально. Спасибо за участие, как говорится. У тебя пятерки были до этого же? Ну все, съебался нахуй. Попе выкнула на... Саша! А. Родненький, как тебя рассмешить, блядь? Братан, это такая хуятина все вообще. Я что-то... Есть сутки про пельмени, блядь. Да нахуй пельмени тоже ебань. Меня заебали эти шутки про пельмени. Дед! Да? Что ты? Ничего, блядь. Сейчас коренжа насыпешь, я понимаю. Ну чё, Зубарев? Помнишь меня, нет? Хлопчик. Саня. Не, должен. Должен. Кому? Я к тебе приходил на бальные танцы, пытался тебе попасть в группу, помнишь, нет? Я не преподавал Саня, бальные танцы. Саня, вспомни 6 лет назад. Шесть лет назад девочкам. Я не преподавал бальные танцы. Еврей, группу девочкам ты не преподавал. Ты только начинал. Хорошо. Вспомни. Хорошо, да, я помню тебя. Доверяй, блядь, мне, ёбаный ты рот, блядь. Короче. Я помню нахуй тебя. Вот, Саня. Помнишь, да, когда я тебе подошел, да, сказал, ты был как мне, ты был мне как отец, я тебя спросил, помню, Саня. Помню. Александр, у меня хуй. Хуй маленький, что сделать? Ты что мне сказал? Гантельку берешь, я сказал, привязываешь. Нет, нет, это было после, это было в бассейне. Привязал и мотаешь, помнишь? Блять, после этого я не мог ходить в бассейн, потому что меня называли ленточный червь. Ты помнишь эту хуйню? Да. Смотри. Смотри, какой зад. Но я не остановился, блять. Погнали. Ну чё, блять? Я научился, блядь! Ну чё, сука, Александр, блядь! Погнали! Нихуя ты! Готов, блядь! Крепкий малый, блядь! Сука!
Я машина, блядь! Я ж брызнул арбузом, блядь. Готовы? Экран. Питание! Космотрия! Отжимание! Хуйня! Ну чё, блядь? Нихуя, блядь! Майкл Джексон! Погнали! Нихуя тебя! Ебать, ты так двигаешься! Дение по воздуху, Александр, бля, как ты учил! Подожди, блядь! Хорошо! Нихуя ты! Не останавливайся, ебаная музыка! Крепким. А мы не слышим, я не слышу. Сел там этому нихуя. Ебать. Что, бля? А что там происходит в реале, я не понял. Я так же, как и ты, добивался всего один, бля. Александр, один, бля. Ваня. Сейчас, подожди, бля. Сейчас. Сейчас. Я не могу нахуй, ебать ты царь. Уеба. Что он делает? Что ты притянул? Хуя крепкая, блядь. Нихуя ты крепкий, блядь, парень. Хуйня играет, блядь. Спасибо. Хуйня какая-то, блядь. Зубарев. Я эту шпалу спиздил, блядь, пока ты на поезде съебывал в Китай. Написал на ней Зубарев, чтоб кидать палку, блядь, через хуй. Погнали! Ты что там поеб? Что ты там сделал? А что там сломалось что-то? Не знаю, ну он вышел. Из текстур вышел, блядь. Все классно. Чё, Александр? Фу. Вот так вот, нахуй. Принимай людей к себе, блядь. Я понял, ладно, я, пошёл, уже блядь, так... блядь, я уже сажал. А можно, подожди, дед, а можешь показать, да, плиз, без гринскрина, как ты по верху прошелся? Бля, тебе это пиздец. Как это похуй получилось, нахуй? Ебать, охуел. Погнали, блядь, братишка, давай, погнали! Вот так, нахуй! Ебать! Это гениально, пиздец. Это гениально. Ебать, жестко. Не, я просто, блядь, так охуел. Это просто, блядь, человек, кстати, сзади вообще не видно, слышишь? Я знаю. А как ты хуй поднял? Не надо, это не, ну, не надо, не надо. Это потом покажешь. Не, блядь, не надо, не раскрывай потом всех секретов. Все секреты, Таня, не рассказывай. Я тебе потом покажу, как поднимается. Пошли нахуй. Не раскрывай. Все, спасибо, братик большой. Ты все, да? Закончил? Ну, блядь, ебать мой хуй, возраст, блядь, я сейчас тут разъебусь весь. Все, спасибо, да, тебе большое, погнал, за выступление, красава. Давай, Зубарев. Давай, Игорёныч. Давай, брат. Бля, ну вообще это пиздато было, блядь. Это пиздец. Когда он прошёлся, нахуй. Я вас прошу, везде, когда я отнимал какие-то баллы у людей, добавьте ему. Поставьте от меня максимальный существующий. Ну, максимальный, бля, нахуй, ну, круто, который было, я могу поставить. Это что, все пять? Я вам хочу сказать честно. Это вот типа не дефая его, но он выбрал такую сложную хуйню. Здесь обосраться, ну пиздец как легко. Это типа, да, не просто анекдот. В таком дерьме обосраться просто легко и навалить кринжа супер легко. Как он отсюда еще выпутался, это просто пизда. Потому что начало уже даже не пошло, когда он говорил: Зубарев, ты помнишь, я к тебе пришел, блядь. Он говорит: нет, блядь. Это просто, ну круто, блядь, я ставлю 5, мне очень понравилось, пиздец. Ну типа, ну честно, это типа... Вот Кюбаха тоже пиздатый, но... Блядь, даже хуй знает. Я ж, блядь, у меня да, он здесь сразу... Бля, ну Кюбаха, у него тоже, у него харизма пиздец прям у Кюбахи. Он прям чувствует себя, понял? Именно охуенно. Он чувствует себя, как будто он реально с нами общается там, блядь, несколько лет, нахуй. Мы всегда с ним сидим, он заходит и типа пиздец. Блядь, знаете, что надо сделать? Нам надо как-то сделать стрим вот такой, чтобы стримеры шутили. Бля, ну, мне кажется, если стримеры будут шутить про стримы, это вообще пиздец. Бля, у меня столько грязных шуток есть, это просто пиздец, нахуй. У меня тоже, блядь. Просто их, понимаете, их миллиард, нахуй, про стримеров, которых вы будете выпадать, пиздец. Но это очень грязные шутки. Там наши стримеры не обижались, нахуй. Нет, там все не обидные, будем, сразу говорю. Не будем, все нормально. А не, про тебя нет особо обидных. Фух, ладно.
Все, давай, давай следующего, давай следующего. Да, все, заканчиваю нахуй. Алло. А есть смысл вообще смотреть кого-то? Конечно, есть. Еще ж, есть же еще места. А вдруг сейчас кто-то разъебашит, пиздец. Сейчас. Фу, вот этот, да? Конечно, дал, блядь. Сделай свою прожарку про стримеров. Ну, блядь, там обидно, пиздец будет, я сразу говорю. Там реально прям люди могут обидеться. Да ёпрстая, чел, не может. Ну, типа, я не говорю, типа, такое, что... Типа, для... это, знаете, самая моя проблема, зачастую мои все шутки, они, типа, для человека обидные, а для всех смешные, поняли? А там, если я сделаю прожарку, то для всех будет обидно, нахуй. Макринский такой смеется, пока очередь до него не дошла, а потом такой, блядь, блядь. Вот про Ромчика ни одной, блядь, шутки не смешно. Алло, братик, привет, извини, мы на своей волне просто. Здорово, здорово. Блядь, нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Уверенно зашел. Здорово. Здорово, снеги. Бля, не-не-не, идите нахуй, это что сейчас было, блядь? Вы видели? Чел, блядь, хуём поднимал гантелю. Какого хуя я следующий? Это пизда, блядь. Не-не, ну его нахуй. Это чё за унижение? Ты понимаешь, что ты должен сейчас делать? Я сейчас хуя отсосу, блядь. Вот такой нахуй. Блядь. У тебя хуём штангу надо поднимать. Ну тебя в этом плане чуть-чуть жалко, но мне пиздец нравится твоя скамейка. Пиздец, ты прям очень по-королевски выглядишь, братик. Бля, братан, ну не расстраивайся, ну давай, ты сможешь. Короче, здорово, Эвелон, здорово, Макривский, и ты старый хуй. Меня зовут Эрон, мне 19 лет. Егер? Вот, кстати, за такую шутку в жизни, мне, прикинь, эту хуйню с 6 класса говорят. Я по ебалу сразу бью. Ладно, тебе, короче, сделаю. Ладно, короче, меня зовут Эрон, мне 19 лет. Тебе реально 19 лет? Да. Видишь? Блять, вот не тебе пиздеть, слышишь? Не тебе пиздеть, ты, блядь. Да ты выглядишь, нет, сука, уже как полу, блядь, полусыпется. Полу кто, блядь, как твой сын, нахуй, блядь, папа, блядь. Блядь, ну, кстати, подожди, ну ты, кстати, реально на 19 лет не выглядишь, я же думаю, ты что понимаешь это, да? Блядь, тебе тридцатка железо. Бля, пацаны, вы мне такую, вот такой дефолт мне говорите, который мне, блядь, на каждом шагу говорят. Вы, блядь, мне каждый день дают 37. Причем с тем, что я взрослею, мне дают меньше возраст. В 16 мне давали 38, блядь. В 17 35. Сейчас уже 28. Я ебал. Что за хуйня? Короче, чё, я вообще нихуя не готовился. Мне за 15 минут что-то скинули, я думаю, блядь, что делать. Я нихуя не написал, я так не гуглил там анекдоты, вся хуйня, поэтому... меня зовут Эрон, мне 19 лет, импотент, поэтому большой фанат Энилингуса. По утрам мне делают бисквит, это когда хуем забивают яйца, добавляют немного сливок, кончают мне жопу, и я высираю баунти. Поняли? Типа мне кончили в жопу, я высрал баунти. Да, понял. Блять, я, короче, когда сидел тут в чате, смотрел стрим, вот и сидел с пацанами, все, блядь, говорили про ебаные анекдоты. Так. Все вот просто какие-то, обязательно анекдот рассказать, ты чё, конченый, ты, блядь, ёбаный Эрон. Я такой, блядь, а нахуя, ёпта, блядь, я сам по себе нихуёвый чел такой, с внешностью сына Огра, блядь, из Варкрафта, блядь. Смесь таджика, блядь, и виномансера из Доты, блядь. По-моему, вообще есть варик меня туда ёбнуть. Короче, и в последнее время такая хуйня, что слишком много шуток про сына Мияги. Я нисколько не принимаю эти шутки, они вообще нисколько не смешные, в особенности, когда ты выжил, повзрослел, стал стримером, а твоим родителям похуй на тебя, да, Эвелон? Ладно. Вот, короче, вы, наверное, эту хуйню видите, в ахуе сидите, думаете, что это, блядь... Это дверь ваша такая? Это не просто огромная дыра, блядь, покрытая дешевым одеялом за 500 рублей из рынка. Это, между прочим, блядь, эксклюзив. А где ты нашел 500 рублей? Заработал. Хорошо. Это не значит, что у меня как бы нет денег на дверь. Это полотно из амурского тигра. Нет, ты знаешь, ты мне напоминаешь такого человека, которому платит Никоглай. Вот, кстати, там Рофл был один такой, я бы залетел, да. Не, да, я похож на такого, но... Ну, типа, ты видел уебанки, ебать? Какие уебанки, блядь? Как ты видел уебанки? Чел, не обязательно было унижать, типа, ладно. Короче, это полотно из амурского тигра, белого, блядь, медведя, аиста, зебры, сына Мияги и кунг-фу панды. Вот.
Короче, тут я пока сидел, я увидел, что там все какую-то хуйню пишут, там анекдоты про всех так. И так далее. Я базарю, блядь, я свой хуй ставлю. Я ни один анекдот не гуглил, ёпта. Давай. Поехали. Лобковый волос Эвелона на черном рынке стоил бы всей семьи злого. Если бы Зубарев переехал в Японию, он бы пил мочу и ел говно японцев, а не китайцев. Блять, челка Макриского, сука, это вообще пиздец. Это что за слюня, блять? Это, знаете, мем, где Эль Прима садится на голову, блять, на голову Эдгара, и у него там вот так вот двигает жопой своей по лицу Эдгара, и у него теперь спермота на лице. О, я не знал. Ты, дурачок, не шути про Мияги. Я не шутил про Мияги. Я не знал про это. Ну, про сцену не шутил. Да, не надо, не надо. Не-не-не, я не шутил, я же сказал, я осуждаю эти шутки, в последнее время они очень популярны. Бля, не надо, ты чё, это же, бля. Конечно, это вообще не смешно. Эвелон из тех типов, которым в детстве дали молотом по еблу. Макриски, если тебе нужна будет охрана при следующей стычке с Никоглаем, пошел ты нахуй, сам решай свои проблемы, блядь. Братишкин, если этот смотришь, иди нахуй тоже. Если бы можно было как-то назвать вот эту мерзотную, вонючую, огромную, трехметровую рвоту читбан, это из 2017 года, ее бы звали прическа Макривского. Там просто момент был, где он высирает вот эту белую блевотину, там сначала белая хуйня выходит, а потом черная, ну как у Макривского, переход такой, градиент. При виде прически Макривского мне хочется высрать, блядь, все свои внутренности, кишки и печень. Все, короче, пацаны, блядь. Пизду нахуй. За что, Ромчика, блядь? Бля, Рома, ты же не обижаешься, брат, да? Брат, ладно, блядь? Ну как-то не, это... пошел ты нахуй просто. Опасно было очень, если честно. Да, не, давай, ну, братик, как... спасибо тебе большое, да, за участие. Спасибо. Да, но были некоторые шутки на грани, еще не знал. А поясните, что это такое, ну, за Мияги? Да, я не знаю. В последнее время просто реально очень много шуток с этим. Я осуждаю, да, я же сказал. Настолько много шуток, что я ни разу в жизни об этом не слышал, если что. Не, слушайте, если быть объективным, то как стендап, ну это, ну, там местами было хорошо, но... Ну да, некоторые... Малой прям новорожденный или уже взрослый? Я не знаю. Маленький вроде. Ну да, просто типа вы должны понимать, что... Черный юмор, как бы это все типа прикольно, классно, но, наверное, не для Твича и не для. Не знаю. Нет, но не для. Есть какие-то пределы, понял? Ну да, юмора. Да. Опять же, да. Черный юмор, он как, блядь. Ладно. Нет, я скажу в защиту этого парнишки. Этот парнишка, он прикольный, но он как будто чуть-чуть немножко переволновался, и поэтому он пытался такие не, самые. Начал прям классно. Начал прям классно. Да. Ты что, Ром, долбоёб, блядь? Так, блядь, ты думаешь, нет? Нет, ты чё? Ну, хуй знает. Короче, он немножко переволновался, поэтому не обижайтесь на него, ребята. И, ну, типа, он переволновался, и поэтому я думаю, что он такие вот шутки именно взял, самые такие грязные, чтобы, знаете, типа, кто-то, типа, прям, знаете, ну, посмеялся из тупости или из чего угодно, поэтому, ну, короче, вот так вот. Поэтому не расстраивайтесь. Если кто-то тильтанул, короче, вот так вот, все нормально. Мы осуждаем такие шутки. Да, про людей, у кого случилась какая-то трагедия, лучше, типа, шутить не надо, типа, ну... Это, кстати, Кюбахи еще тоже, конечно... Да, ну, ладно. Не шутить. Да нет, ну там, блядь, две было нахуй. Ладно, оценки мы тут ставить не будем. Просто вот было выступление и было, все. Next? Да, давай next. Все, давайте абстрагируемся от этой ситуации. Пощечка. Здравствуйте, пощечка. Меня видно. Ой, это такой радостный, да. Прям привет. Это прям такой позитив. Сразу понимаешь, что сейчас вот таких шуток, как предыдущего, не будет, блядь. Конечно, правильно. Конечно. Да. Слушай, у тебя снизу ледовская, да, получается? Нет, пощечка. Там просто компьютер. А с чем ты занимаешься? Я. Конечно, безусловно, каждый день. Учусь и работаю стендапом временами. Ага, вот. Понял. Ты работаешь за компьютером, да? Нет, в универе, нет? Где я учусь. Я понял, хорошо, все понял. Если хочешь, можешь начинать. А, да, пожалуйста. А, всем еще раз привет, здрасте. Меня зовут Паша, и когда я только регистрировался на Твиче, я искренне верил, что имя Паша будет не занято. В итоге Паша 1 было занято, Паша 2, Паша 3. Ну и, короче, очень долгое время я был Олег 32. Так сказать, в честь улыбки Газманова. Вот. Сам по себе я вообще очень неуклюжий человек, и недавно нужно было поменять лампочку в люстре.
по итогу меняли паркет. Вот. Помимо люстры в тот день упала еще и моя самооценка. Я решил вот все-таки взять за свою фигуру. Недавно сходил в спортзал, и там мне тренер сказал... Там мне тренер сказал две главных вещи. Первое. Это самое главное, это питание. А потом на втором месте это уже тренировки. Я же подумал, нафига мне второе место, я пришел побеждать. Вот. У меня есть собака, и почему-то всю мою жизнь родители тратят на нее денег больше, чем на меня. Ну, то есть у нее есть паспорт, шкаф для одежды, который ей идет, а не досталась от отца. Ну и еще раз в месяц мама приводит для нее нового полового партнера. Ну, то есть у меня такого не было. Типа, чтобы мама пришла и сказала, Паш, смотри, это Марина, она хорошо готовит, мозги не выносит, еще и привита. Вот. Если вообще быть честным, у меня как-то не особо складывается с девушками, и лучшим комплиментом, который я от них слышал, это было: «Ой, обнимая тебя, я чувствую себя так уютно. Ты как мой мишка, но спать я с тобой не буду». Для кого они хотят? Я уже так много денег потратил на цветы, что в итоге решил использовать искусственные. Вот. И каждый раз, когда, получается, мне говорят «нет», я тут же забираю их с собой, вот. В дальнейшее использование. В какой-то момент в своей жизни я даже решил пойти на математические курсы, чтобы там кого-нибудь склеить. И знаете, ну вот там девушки все примерно одного типажа. Что-то типа ум измеряется толщиной очков, серость это не гардероб, это не настроение, вот. Ну и короче, русская коса 2004. Вот, я подкатывал к ним, ну, по-математически. Я говорил, типа, я решаю интегралы формулой Гаусса-Остроградского. Не желаешь ли проехать ко мне на проспект Вернадского? Вот. Им это не нравилось. А что тебе отвечали? Им это не нравилось. Мне говорили, иди-ка ты, Паша, нет такой формулы даже. Вот. Ну и напоследок, так, небольшая история. Я недавно сидел... Ну как недавно, года два назад, но не пропадать же истории. Вот сидел, у меня пересохло во рту, под рукой оказался йогурт чудо. Беру его, взбалтываю. Тут приходит какое-то уведомление, кто-то подрубил. Вот, открываю йогурт, опять взбалтываю. Манго-маракуйя. Чудо воцарилось во всей комнате. Оно было на мне, на мониторе, на обоях. Вот на этом чудо не закончилось. В комнату заходит мама. Она стоит просто вся в удивлении. Я весь в йогурте. Она тоже в чуде была? Нет, в нее не успела попасть. Хорошо. Тина спасла, так сказать. Вот. Дальше на мою молочную фабрику заходит батя. Он же смотрит совсем иначе. Он смотрит с таким уважением, будто вот-вот пустит мужскую скупую слезу. Типа... Вот. Я вообще не знал, что сказать, и по итогу все-таки собрался с силами и промямлил. Это чудо. Вот. У меня на этом все. Всем спасибо. Класс. Спасибо. Ну, спасибо большое. Ну, тема такая, типа, была выбрана. Типа, средняя. Ну, вообще прикольно. Некоторые да, понятно, на хромании денег нет. Самый кайф это поставленная речь. Вот это я вообще ценю в людях, пиздец, когда не просто понял и течет, блядь, сопля из носа, нет. А когда четко и размеренно, блядь, разговариваешь. Вообще... Над юмором еще поработать, братан, но да. Я тебе говорю, достойно. Прям спасибо большое, спасибо. Я тоже хочу сказать, что ты молодец, только надо немножко обновлять постоянно свои шутки, то есть, ну, ты, я думаю, понимаешь, что шутки были годовалой давности некоторые. Да, про да, чудо да. Было, типа, супер слабо, предыдущее было, ну, более-менее прикольно. И, угу. Возможно, немножко... Я бы вот с твоей внешностью, с твоей подачи их опошлил. Типа, используя какие-то резкие слова, возможно, что-то. То есть, реально, ты ни одного мата не сказал. Да. Ни одного. Я бороду отпустил месяц назад. Я не повзрослел. Когда мама, думал, еще ебать сейчас будет. А потом... Да, я думал, что когда... Я уже понимал, что вот когда ты чудо начал шутить про чудо, я понял, что когда мама зайдет, никакого переворота, короче, не будет. И mm-hmm. Типа, а это... Ну, это плохо. Типа, тут не хватало немножко такой редкости. Знаешь, ты такой, ты добрый, весь сидишь такой, и тут бам, нахуй, наебать, мать в рот выебал, нахуй, просто за чудо, блядь. Не, ну не настолько, ну, нет. Ну да, но я имею в виду, что просто, ну, типа, какой-то угол просто должен быть резкий. Ну, вообще, ты молодец, мне понравилось, если честно. Это было прикольно. Хорошо. Да. Спасибо большое за удачи. Да, давай, пока. Пока. Вообще, прикольно, блин, да. Его с его образом добряка, что-то, блядь, да. Не ожидаешь такой какой-то, прям понял, такой
Хуя, типа, ебать. Да не хватало какого-то мата резкого, блядь. Да, или какой-то хуйни вот такой не хватало. Ну, вообще, он молодец, я тебе хочу сказать. Стендап это сложная хуйня. Это пиздец, какая сложная хуйня. Именно, чтобы прям рассказывать какие-то истории, чтобы это было, типа, смешно. Потому что, ну, типа, есть... Вот стендаперы реально, комики смешные. Ты смотришь, типа, там, блядь, 30 минут смотришь эту хуйню и такой, типа, ну, хз, типа. Да, запрет. Я поставлю 5. Блядь, он молодец. Мне кажется, знаешь, ему бы зашло... шутка, вот если бы он в таком тоне все рассказывал смешно, добро, монотонно, знаешь, а в конце я засунул себе бам и высрал баунти, вот как тот предыдущий. Вот это было бы просто охуенно. Я 5 ёбну, ну типа, я ёбну 5, потому что я, бля, чулок, который продесал, ты там что поставил 5, это... Ни в коем случае, я не заставляю его шутить про маму, я намекнул на то, что я хотел, мне, короче, не хватало... Либо, короче, я вам скажу, либо не хватало каких-то заиканий от него. Знаете, вот как у нас был, если вы помните, на шоу талантов, комик, который прошел довольно далеко, который так по-тупому говорил шутки. Вот либо как-то так, либо чего-то такого резкого, понимаете? Кого, говорите, не хватало? Маму? Ладно, давайте дальше. Мол, молодец. Оценку. Но я хочу сказать, что я поставлю ему 4. Блять, да даже, наверное, 5 поставлю. Похуй, он молодец. Стендап это сложно. Поэтому я считаю, что я хочу ему 5 поставить. 4.5. 4. Да, типа немножко для меня с натяжкой, но все равно молодец. Бля, я кайфанул. Так, next. Бам. Нет, это не душно. Надо оценивать. Понимаете, юмор, он очень многогранен. И ты можешь посмеяться с чего угодно. Например, бустер, он может не посмеяться с нормальной шутки, поэтому можешь посмеяться с какого-то долбоеба. По типу, вот, кстати, привет. Ты уже зашел. Здорово. Вас видно? Типа, здорово, Макс. Нет, вас не видно. Грузится вебка. Почему был стендап, но он сидел, блядь. Это нормальная тема, блядь. Попробуйте включить и выключить вебку, она не грузится. У тебя, может, другая какая-то камера выбрана. А тебе не Авилон советовал? Нет. Бустер смешной. Бустер реально смешной. Дароу. Мы еще те самые фрики, да. Дароу, крепыши. Вы не службы безопасности. Я тебя помню, ты службы безопасности Сбербанка, блядь. Ключи носишь, да? Во? Ключи носишь. Прошу. Здорово, мужички. Как вас звать? Форт Боярд. Жека и? Артём. Жека и Артём. А с чем вы к нам пришли? Ну, это понятно, анекдот, что ты с Жека с Артёмом. Артём, Жека. Мы с анекдотами. Ну, конечно, на фоне тех пацанов мы фрики, но... Но вы же хотели. А ваш бат как называется? Подождите, а вы будете как-то вот по половине анекдота говорить? Или по целому? Не, мы типа этот, Огрмаг, знаешь, такой с доты, типа. А, понял. Полтора типа. С таким Огрмагом, бля, с уроном ноль. Красавчик только в одном, что давай. Ты дал Джону Сноу убить свою сестру, братан. Это, блядь, это прям... Это прям пиздец. Потому что иначе она испепелила бы все нахуй, понимаешь? Она ёбнулась головой. Да я не смотрел этот сериал, там 18+. Понял, хорошо. А, извини. Давайте, мужики, можете ебашить? Ну да. Давай. Ну, можно начинать? Да, погнали. Почему Гаечка недовольна Строго во время секса? У них его не было. Почему у Дмитрия Липса в нике 3 буквы X? Все думали, что он XXXTentacion. Что делает Егор Крид, когда к нему подходят на улице гопники? Показывает сердечко. Хорош. Что сказала мама Ликса, когда родила сына? О, ебан. Что сказала мама Костыча, когда родила сына? Пурури парирам. Типичный ИРЛ Шадоукека и Пародеевича. Мужики, что-то Дискорд залагал, у вас не? А то у нас вот так вот как-то. Что могу сказать? Охуенно порофлили. Согласен. Нихуя тут, блядь, ансамбль нахуй. Ну все? Все, мужики? Да. Хорош. Пацаны, подождите, а вы откуда? Киев. С Киева. Кто нас забив, давайте.
Не надо, не надо, не надо, никаких забивок. Не, не, против вас не попрем, красавцы. Конечно. Хорош, мужики. Бля, было бы охуенно, если бы засосались в конце. Нет, не надо, не надо. На Твиче не надо, на Твиче не надо засасываться. Да, да, да. Да, не надо. Все, спасибо вам огромное за выступление. Хорошо, будем писать. Давайте, мужички. Да, еще реквизиты знаете. Блять, красавцы, как они пятюню отбивали. Ни одной смешной шутки, но в принципе это было не так плохо, типа. Не, да похуй, рассмеши стример, ну типа. Ну да, типа четверка прикольно. Бля, когда они типа вот так вот, типа, бля, прикольно было. Красава, блядь. Сука. Ром, оценка. Да четверочка. Бля, пусть бы 4, молодцы, блядь. Прикольно. Ну, типа, это было плохо, но что-то было в этом. И чат 5 ставит. 5-5-5. Они прям, блядь, классные. Не, 4 поставил. Не, ну это не пятерка точно. Про строго с гаечкой разъебал, я даже не запомнил. Меня про монитор разъебало. Алло. Здорово. Здорово, роднулька. Привет. Алло. Блядь. О, ты вернулся. Ебать, дед, здорово. А что с качеством? Так это этот Бэтмен с Жожу этого. Он был кем-то другим тогда вроде. Горничный он был, или это не он? У меня есть оружие. Бля. Похер. Шутки. А ты будешь шутки шутить? Я шел и споткнулся об кота. Об какого? Обманула. Не переживай. Говорю, Наташа, говорю, типа, Танюха твою шутку уже заспойлерила и всем сказала. Чтобы ты понимал, я всем участникам, которые у меня отбор проходили, эту шутку за $50 продала. Ладно. Я сел на кота. Блин. Так, бля, что я пишу? Пустой листок нахер. У тебя пакеты на руках? Ну да. Прикольно. Что сделать? Да. А у тебя чуть-чуть, смотри, а броник у тебя чуть маленький, потому что, смотри, кусочек пузика вылазит, да, у тебя? Ну это декор такой, это что проветривалось. Тоже верно. Все, понял. Бля. Слышишь, повернись в профиль. Вот сейчас ты стоишь анфас, повернись в профиль. Да, 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 вот так. Нет, руку назад чуть убери. Руку назад, назад, да, да. Блять, да, у тебя реально как от пузика как спасательный круг выпирает, понял, маленький? Ну да, да, ну типа специально. Да, да. По-моему, охуительно смотрится. Спасибо, спасибо. Хорошо, подожди, а с чем ты нам вообще пришел? А, с косплеем просто. Просто косплей, да? Не-не-не-не. Ну, шутками, да. А где они? Ты с ними разобрался? Я походу, их съел, нахуй. Ты бухой, скажи. Я? Ну, немного. Нет. Бля. Короче, шутка. Да. Ты ищешь? Ну, да, я по комнате ищу. Короче. Бедный чел, блядь. Ну, неплохо было. Мне его жалко, блядь. Он просто шутку не нашел. Не, ну со всеми бывает. Здорово, лисучка. Здорово, здорово. Здорово. Сейчас. Как тебя звать? Где ты? Дима. Кто? Ма? Дима. Дима. А, блядь. Долбоёб, чё ты пришел сюда? Кринжуки наводить. Блядь, ну чисто. Блядь. Сейчас такой позор будет, я чувствую. С чем ты пришёл? Бля, брат, честно. Класс, у тебя собачка сзади? Нет, да, две. Девушка. Не, ну там девочка тоже сидит. Этого Ральф, есть еще беленький Вольтик. Вольт. Бля, честно, а понял? Сколько? Бля, хуй за... Вольт, а ну иди. Бля, можешь показать, пожалуйста? Ща, брат, ща. Спасибо.
Сейчас, вот. Так сколько? Блять, класс. Сколько? Две собаки. Не, сколько вольт? Бля, брат, ну, понял? Мне кажется, если бы до начала стрима ты что-то такое спросил, я бы как-то отшутился еще, знаешь? Но после того, как, блядь, выступил там Бах, и чувак с гринскрином, нахуй, я в таком тильце сижу, нахуй, что я уже 17 раз хотел ливнуть, нахуй. Мне ребята, которые со мной сидят, говорят, долбоеб, сиди, нахуй, до конца. Ебать, я понял? Шутки ладно, пытался ты написать. Ты что-то готовил, чтобы прям не сильно опозориться? Бля, ну, честно, понял, когда готовил, казалось, что смешно, но когда начал рассказывать НП, я уже сам просил НП, кикните меня нахуй отсюда, ну, типа, я понял, что это хуета ебаная. Ладно, попробуй. Ну, ладно, давай пару шуток, если плохо, просто выходите, погори, я просто шел поздороваться. Ну, да, типа, интернет лагал. Хорошо. Короче, такая, пойдем с баянчика такого. Если петуху отрезать голову, он еще 2 часа будет доказывать, что катана ему не крутит онлайн. Ну, чисто так для Александра хочу объяснить. Чисто для Александра хочу объяснить смысл шутки. Александр, вы знаете сказку про 3 поросенков? Поросят, да. Да, знаете про 3 поросят? Бля, ну честно, да. Александр, лучше вы вместо ебаных сказок увлекались Твичом. Мы же все-таки сюда пришли. Тут как бы надо, ну, интересоваться коллективом, что происходит вообще. Подожди, а он много чего знает. Ты... Саш, что ты знаешь про Твич? Много чего знаю. Смотри, здесь нельзя говорить слова. Не надо. Не надо. Саш, что такое ИРЛ? ИРЛ — это прямая трансляция. Но какая? Запусти ИРЛ, брат. Мне всегда говорят. Запусти ИРЛ. И я запускаю. Это типа прямая трансляция общения просто, да, понял? Не игровая там какая-то, да? А вот ИРЛ — это просто мы общаемся. Правильно? Понял. Хорошо. Бля, ну честно, вот, бля, когда вот Зубарь вот как в начале стрима, знаешь, там с Дискордом не мог разобраться, бля, почему у него фонит, бля, честно, мне это так напоминало, знаете, как вот это бабушке пытаешься моей объяснить, типа, блядь, как пользоваться сенсором или интернетом, знаешь, вот этого, они сидят, что Зубарев, что моя бабушка, нихуя не понимают, и оба в конце просто говорят, бля, пошли лучше пельмени, ебанем нахуй, нахуй нам эта хуйня. Самое, братан, самое... я 87-го года, ну, ты понимаешь? Я тоже, кстати. Бля, я 78-го. Подожди, Саша, ты в какой садик ходил? Слушай, так я в Донецке вырос. Ты ж не в Донецке, ты ж киевский. Да, я в Новокаховке. Он снова в Новокаховке. Я в Новокаховке, брат. Я, кстати, рядом был возле тебя. Какого ты 87-го, долбоёб? Я 87-го. Ты 97-го. Я 90-го вообще. Бля, пацаны, скажи честно, это вы просто начали общаться, чтобы я ливнул уже сам, да? Не, я просто себя спасаю, понял тебя. Нет, бля, тебе как охуенный. Ладно, давай еще шутку. Бля, давай, хорошо. Давай. Ну, я, короче, работаю в компании фокусников. То есть наша основная работа — это там показывать фокусы. И вот хочется рассказать что-то из мира, ну, из мира магии. Короче, есть такой тип, Дэвид Копперфилд. И он уже 2 года разрабатывает на весь мир фокус. Самый главный фокус в его жизни. Суть фокуса заключается в том, чтобы Лана Скилзорок наконец начал заводиться, блядь, а не просто стоять у него в гараже. Нет, ну, пока у вас сейчас... самый... А, это не все? Для дед Саши хотел объяснить. Давай. Или дед Саша знает? Дед Саша, я знаю, кто такой Копперфилд. Он, кстати, в Китае проходил через китайскую стену, но это пиздеж. Я тебе раскрою тайну. Это был пиздеж. Пиздеж? Только... Бля, я после стрима могу вам рассказать, как это делается, но пока что хотел бы объяснить вот, для дед Саши. Это... Блять, я готов поспорить с вами. Ладно, похуй. Короче, чисто для дяди Саши хотел еще объяснить про Скилзору шутку. Давай. Ну, чтобы не так зашквариться. Хотя, бля, куда уже ниже, нахуй. Ты знаешь, про какой фокус не, можешь сейчас, объяснить? Ты сейчас молодцом держишься. Держишься охуенно. Есть грязный фокус у вас в MS Hub 5 был. Вот последний ваш фокус, который был. Про распад компании? Ну, практически. Практически, блять. Я понял. Ну, братан, честно, я такого еще не научился делать, поэтому, ну, типа, для меня это немножко такой, знаешь, немножко зашкварный фокус. Фокус хуйня. Короче, для дяди Саши, про Скилзора. Дядя Саша, Скилзора — это, короче, чувак, владелец Ланоса и кореша Велона, тоже стример. Вот. И он постоянно, знаете, выезжает на шутках, на каламбурах. Ну, типа, чисто его тачка выезжать знаешь, не умеет со двора. Знаешь, чем тут прокол, брат? Блядь, он владелец Деонекси. А Деоланс — это другая машина. Блять. Нексия уровнем повыше чуть-чуть. Да. И тут про ее братик. Ебать, я долбоё... Ну, типа... Не Део, по-моему. Не, Део, это Део. Део Ланос и Део Нексия — это разные машины. Все, брат, я спасаю тебя. Все, брат, брат. Делай вид, что у тебя нет интернета. Так что, в роли Ланос же. А, не, еще,
Шевроле тоже есть. Шевроле тоже есть. Да, есть и Шевроле, и Део Ланос. Понял. Бля, все равно он классный. Сука, ну лисичка, долбоёбик, блядь. Ну ладно, ладно, ну он пиздец обосрался, если честно. Он так распереживался. Да это знакомый мой. Мы типа это, когда снимали с Евтушенко видео, он типа понял, тоже Moscow Five работал. Или как они назывались? Magic Five, блядь, Moscow Five, говорю, блядь. Magic Five. Но их вроде уже не осталось после вон, совместного фокуса, блядь. Димы, нахуй, его девушки, блядь, и другого участника, нахуй. У нас есть, по-моему, девочка. О! Опа. Дрочить. Здорово! Алло. С девочками я умею общаться. Это оставьте мне. Привет! Как тебя зовут? Меня Вадим. Сейчас я вебку включу. Давай. Прикинь, сейчас пчелка и о. Всем привет. 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 Дочь Рома Макриска и Юечки. Почему? Не знаю. Вот, меня зовут Стеша Стефания. Хорошо. Вот. Меня зовут Вадим Вадя. Мне 16 лет. Мне 25. Вот и поговорили. Мне дохуя уже. У меня, в общем... Так, ты не волнуйся. Да, не волнуйся. Тут меня... настолько было плохо, что ты даже просто будешь молчать, будет лучше. Ну, типа, не переживай. Хорошо. У меня 8 шуток и 3 анекдота. Что хотите первым? Нам вообще надо. Давай с анекдотов. Нравится. Давай с анекдотов. Заяц с медведем нашли. Заяц с медведем нашли клад и спорят, кому он достанется. Вы, наверное, его знаете. Медведь предлагает: давай, кто кому больше зубов выбьет, того и клад. Заяц бьет медведя и считает 1, 2, 3, 6. Теперь твоя очередь, медведь. Ну, медведь взял, да и убил медведя, нахуй. Блять, медведя убил, жалко. Блин, смотри, просто есть проблема, шутки, которые в интернете вот такие вирусятся, они типа их многие знают. Хорошо, поэтому сейчас шутка, которую я не слышала ни разу в жизни. Хорошо, все, шутка, которую ни разу в жизни не слышала. Спидранер пошел на вокзал за беляшом и обосрался по дороге. Нормально. Ну ладно. Это не так плохо, как в сегодняшний стрим Макриского, но в принципе... Так, сегодня я его не смотрела. Ну, блядь, это ошибка. Лепщица пельмени с 25-летним стажем, потрепав щеку сына, машинально завернула его ебало вовнутрь. Ладно, самое главное, что тебе смешно. Это уже меня радует. Но ты когда находила эти анекдоты, тебя рвало прям, да? Да. Давай к шуточкам. Разъеби. Давай к шуточкам, все. А это я уже две шутки сказала. А, две шутки, тогда еще 6 давай. А ты сказала 3 анекдота, а где тогда нахуй еще 2? Есть. А, ты миксуешь, я правильно понимаю? Ну, типа, разбавляешь анекдоты. Да. Да, чтобы нам как-то держаться. Дед. Все, сорян. Я пока ждала, у меня лампа вот эта упала просто, поэтому... А, ну если бы не падало, то было бы лучше шутки? Ну да. Оно... У нее были на одном сайте шутки. Лампа упала нахуй и закрыла сайт. Понял? И она сейчас от винта нашла, блядь, ближе... любой сайт открыла. Да, читает. Давай, Саш, дольше что шутку же? Заверни, когда уже все поняли. Расскажи хуйню, еще, нахуй, блядь. Сморозил ебаную. Смотри, короче, когда падает лампа, она может нажать на клавиатуру компьютера. Понял? Ну вот у меня, допустим, такое может быть. Хотя нет, у меня, наверное, не может быть, потому что у меня тачбар. Нихуя себе. Правильно мы назвать? Тачбар? Тачбар у меня. Так, ладно, давай еще шутку прям. Прям жесткую, да? Ну, любую, чтоб порвало прям. Загугли пока, сестра. Не спеши. Хочешь, я шутку продам тебе? Давай, ну вот тебя порвало сейчас какой-то шутки. Вот читай ее. Чем дрочит мегалодон? Мегалодонью. Давайте реально шутку за $50 продам. Это тоже одна из новых.
Какое имя больше всего не любят вейперы? Гарик. Я работаю на атомной станции, чтобы прокормить свою семью. Дома у меня 3 голодных рта, это только у младшего. А радиация — это пиздец, страшная штука. Ну и надо бивочку последнюю. Давай, вот у тебя все, вот эту рвутка, рвешь, которая. Ну, анекдот, который подлиннее. Давай, шутка. Давай. В штабе США заметили, что у них слишком много генералов. Они решили сократить штаб. Вызывают первого генерала и говорят, что мы заплатим вам такую сумму денег, сколько сантиметров наберется от вашей любой части тела до пяток. Первый говорит: ну, меряйте от кончика головы до пяток. 72 тысячи долларов. Вызывает второго: меряйте мне от кончика рук до пяток. 97 тысяч долларов. И приходит третий, говорит: меряйте мне от жопы до пяток. Подождите, генерал, а где ваша жопа-то? Как где? Во Вьетнаме. Все. Ну, тоже свежая, кстати. Тоже свежая. Возможно, конечно, я слышал ее. 2 года назад. Ну ладно, наверное, тогда. Да. Спасибо большое за участие. Шутки. Блять, ну а попрощаться хоть, блять, как-то нахуй. Когда Поппи выкинула, наверное. Да, я же говорю Поппи. Да. Опять ты? Опять ты, блять! Я помню его. Сейчас опять будет стендап, блять. Братан, может, просто поздороваемся и ну нахуй? Нет, нет, пусть рассказывает. Не, ну вот нахуй. Уже поставленная речь. И сейчас. А у тебя лагает. Ты лагаешь, лагаешь. Блять, жалко, что не получится, блин. За что? Блин, жалко, что не получится. Сегодня послушать, у него лагает просто жестко очень. Давай следующего. Добрый вечер. Здорово. Здорово, Вадим, здорово. Привет, Сосколько. Приятного аппетита. Привет. Я полностью уверен. Я не ликс, но я в халате, кстати. Красавчик. Всем здорово. Как всем тебя зовут? Здорово. Меня зовут Ванечка, Иван. Ванечка. Можете звать, как, в принципе, хотите. Бля, Роман, еще грустный такой, пиздец. Можно сфоткать, кстати? Пусть он настроится. Блять, не сфоткал, сука. Можно сфоткать? Да. Да, блять, подождите. Можно сфоткать? Опа. Можно. Блять, что за хуйня? Крутой кот, конечно. Ладно, ну начнем, в принципе, так сказать, разъебывать понемножку, правильно? Давай, разъебывай. Вот, у вас такие стулья охуенные, можете мой заценить, кстати? Вот, смотрите, охуенный вроде, не? Да. Да. Ладно, хуй вас разъебывать. Короче, недавно ко мне цыган подошел, друг мой, и говорит: хочешь за чекопайку? Пиздец, как вчера, блядь, помню. Вот, у меня, короче, есть одна, так сказать, к вам... Одно доказательство того, что ну, я хочу к вам, фрики, и вот вы зацените мой стул снизу, пожалуйста, если вам трудно, конечно. Ой, аккуратно, зацените. Там ничего нет такого? Не-не-не, да конечно, тут дырка только ебаная, видишь, вот она. Вот она, блядь. Да хороший стул. И все, я, кстати, вижу, что? Я вижу, вы крутые вроде. Кстати, Санек, дядь Саш, приятного аппетита вам. Спасибо. Никто нахуй не сказал, бескультурные. Вот, что еще? У меня есть 3 шутки такие прям давай. Хорошие, могу их въебать. Давай. Так, начнем вот с этой. Как называется дополнительное образование у врачей? Опухоль. Так, сейчас, секунду. Есть еще вторая, крутая. Давай крутую. Не крутая, третью давайте. Алло, это бордель? Да, здравствуйте. Можно мне девушку на час? Ха, вам зачем? Ебать, что за вопросы? Тоже такая фифтифифичная на самом деле. Вот это моя почти любимая. Глухонемой любитель фистинга научился распознавать языки Хуйня. Сейчас там. Пизду, блядь. Так, что еще мне? Я могу вам стих зачитать. Хотите? Давай. Да. Ну, он прям такой неплохой. Блять, у меня ваш стрим закрылся. Я смотрел на охуенную челку Романа, блять. Давай стих. Так, там стих. Но мне нужно музыку включить. Давай, включай. Сейчас. Музыка для хорошего стиха. Я весь вспотел, сори. Не переживай. Мне трансляцию врубить. Да не, в чем не переживать, я уже сижу. Татьяна,
Привет. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Не поздоровался, не культурно я тоже. Так, вы можете на демку зайти послушать музыку, да? Да, можем. Так, я включаю. Мне жаль смотреть стрим, да? Да, да. Да, 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 Сергей, да. Ой, Сергей, Дима, да. Похуй, брат. Спасибо, брат. Этот стих написал Иван Дергачев 20 лет своей жизни. Прям сейчас начну, вот. Там-там-там-там-там. Там-там. И даю степ, лечу прям вверх. Мой красный сет убил их всех. У меня в башке один пресет. Я покажу тоннели свет. И не найти меня, я скрылся. Я пропавший Диснейленд. Я не оставлю им следа. Из ниоткуда выйду в лейт. Вот такой стих у меня. Бля, хороший. Спасибо это большое, все, да, спасибо. Спасибо да. большое за участие. Да. Ты молодец. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Молодец, что попытался. А я могу привет передать? Конечно, да, можешь передать привет. Ну, привет Картишкину, который мне анекдоты скидывал. Ну и, в принципе, любимый привет, реально. Все, спасибо Картишкин большое. Картишкин красавчик. Картишкин, а можно я его поцелую прямо сейчас на стриме? Да не надо, давай без поцелуй. Ну не надо, ну и ладно, не буду никого целовать. Ну, спасибо вам, Вадим, за возможность хоть как-то себя показать перед миллиардом. Это не я, если что. Это не я, если что. Вы видели обожаю Танину внезапность. Я ничего не нажимал. Вам правда нравится это, Александр? Да. Ух, блядь. Аккуратней. Это девочка? Ну, написано Bracket Girl. Алло. Да. Алло. Здорово, пацаны. Блядь, это что ж такое? Блядь, опять я, сука, снова Макришкин. Опять все, блядь. Опять все. Давай, ладно, пацаны. Не дадим. Что? Еще раз. Тебе мало времени дадим. А я понял, у меня вообще, я все по таймингу, пацаны. После ломаки я уже вообще, ну, никакой. Хорошо. Пацаны, давайте, короче, чисто, ну, по-быстрочку наебнем пару шуточек, ебать. Рубрика смешно, потому что тупо. Если что, сразу скип нахуй, ну, то есть нулевой. Да, я кикну, не волнуйся. Окей. А злой настолько охуенно играет Valorant, что его добавляют в салат. Понял, хуёво. Блять, подожди, когда Зубарев залазит в новую пилотку, он открывает ее с фразой «Распаковка нахуй». Когда Зубареву настолько похуй на воду, коту Зубареву настолько похуй на воду, что когда Зубарев принимает душ, он проговаривает «Давай, сука, снимай с себя все нахуй». Если бы нам давали имена по принципу «Чем запомнился и во что играл», в мире бы появились несколько легенд. Слава Бурмалда, Артур Грязюка Заносик и Колхоз Колхозаврыч. Думаю, все прекрасно понимают, о ком идет речь. Так, хорошо. Когда Зубарев заходит в пельменную, повара прячут хуи, потому что, ну, уже заебались. Если бы в жизни... А? Понял, хорошо, это первый типа знак, нахуй. Если бы в жизни встретились Джеки Чан, Зубарев и Брюс Ли, то Зуб унес бы их нахуй с одного шпагата. Если бы Зубарев стримил казик, он бы крутил пельмени и ждал бонуску с поваром. Когда злого поймали хейтера, он был настолько рад, потому что поймал бонуску. Зубарев сидит с таким ебальником, как я в первом классе. Не понимаю, нахуй я сюда пришел. Я поняла. Ну он сорвался. Спасибо. Он же сказал быстренько, я нихуя не быстренько. Своя игра Дава против Вилки, блядь. Привет. Это девочка точно. Привет. Здравствуйте. Бля, угадал. Здравствуйте. Что скажете? Здорово. Чем звук? Привет. Меня видно? Или очки снять, чтобы глаза было лучше видно? Лучше сними. Да, сними, пожалуйста. Всем привет. Здорово, Юль. Ну, чё? Всем привет, меня зовут Кристина, но обычно я не могу свое имя выговорить. Алло. Ладно. О, я слышу. Ебать его жопу. Юль, здорово! Юль, поздоровайся. Здорово. Юль, поздоровайся. Привет, Вадя. Здорово, Степашка. Чё ты, чем к нам? Я с шутками смешными. С такими смешными, как у предыдущей твоей напарницы? Нет, я сама придумала. Давай, мини-боёвал. Ладно, смотри. Вадя, почему Симпл не ходит на ферму? Почему? Потому что там есть мама-курица. Не поняла. Объясняй. Да, просто вы подумали, что вас стрим-снайпили, а вас не стрим-снайпили, и ты выключил стрим из-за того, что вы проебали в Valorant. И вас ебали там. Ладно, не смешно. А, поняла! Что нахуй ты за слова сказала?
Помнишь, у тебя был чувак, снайпил тебя с ником «Мама курицы»? А, так не, у меня тогда просто упал стрим. Мы думали, ты опнули. Ну ладно. Не, ну, чилы нормальные, друзья мои. Они не снайпили, ладно. Но у меня с парнем отношения на расстоянии, неважно, что он живет в Казахстане, и каждый раз, когда я разговариваю с ним, он дышит мне в шею. Просто он 1.70 м, 1.78 м. У меня очень высокие приоритеты на людей. Большой нос входит в эти приоритеты. Я бывший админ на сервере Егора Крида. За свою жизнь я понял только одно. Что ты долбоб, и там никому не сдался. Как-то с другом пошли гулять на Красную площадь. Вдруг ему позвонил Бася. Короче, приходим уже мимо мавзолея, вокруг куча ментов. Все бы ничего, если бы у него на звонке не стоял Летов. Бля, можно понять? Подожди, стой, подожди. Я не понимаю твоих слов. Я картавая. Нет. Не, у тебя микрофон. У тебя с микрофоном какая-то хуйня, я ни слова не понимаю. Ёбаный сир, блядь. Может быть, так лучше будет? Да, определенно. Да, погнали, погнали. Ладно, сейчас, подожди. Давай. Ща. Может, так лучше будет. Ща. С какой начать? Повторить? Да похуй, давай дальше. С последней. Лучше с последней. Ладно. Давай по очереди дальше, ебашь. У меня в группе есть девочка, ну, грубо говоря, 150 на 150. По ней прям видно, очень любит есть. Недавно малышечка пришла с диетолога и говорит нам, мне врач посоветовал курить больше. В итоге вместо того, чтобы курить, она жрала 2 пачки в день. Вот что она делает 2 пачки в день, блядь? Жрёт. Хавает, типа. Хорошо. Есть разъёбная, блядь, какая-то. Хоть какая-то смешная, блядь. Да про Егора Крида не смешно было? Я не понял ее. Я услышал Егор Крид и про смешно было. Ну, короче, типа она... Админ на сервере Егор Крид. За свою жизнь я поняла только одно, что этот долбоёб и там никому не сдался. За что, блядь? Да за не что, Егор... сервер. За что я Егорчика, блядь? Ладно, давай еще что-то, блядь. Идут Кристина, Соня и Никита, вдруг видят, стоит шоколадная статуя дракона. Подбежали к ней и начали жадно есть. Вдруг прилетает настоящий дракон и говорит Соне, ты какую часть статуи съела? Она отвечает, ну, руку. И дракон откусывает ей руку. Потом прилетает к Никите и спрашивает, ты какую часть статуи съел? Он говорит, ну, ногу. И дракон откусывает ему ногу. Потом подлетает к Кристине и спрашивает, ты чё такая довольная стоишь? Говорит, что откусила. Ты ничего не откусывала. А чего рот в шоколаде? Да хуй сожрала. А, внезапный скип? Все, там кто-то набирает уже, блядь. Да не, ну, блядь, ну надо попрощаться. Блядь, ну хотя бы бури-бури. Ладно, давайте внезапный скип попибо, блядь. Ладно, давай. Давай, текст, блядь, не понял. Обидная хуйня, да, внезапный скип? Ладно, давай следующего. Че, много сейчас осталось? Ну, еще много просто, я поэтому... Ну, надо человек... Ну, вообще, по времени у нас мало. Давай нас тогда... По времени на 2-3 человека максимум. Давай тогда делать следующим образом. Давай, если много, мы давай в первые, допустим, секунд 20 мы будем решать, скип или нет. И как-нибудь давай Танюхе знать. Да, давай, хорошо, давайте. Такое, типа... лучше посмотрим больше, да, но... Да, я про это и говорю. Давай, хорошо. Все, тогда всем даем сейчас в начале пару секунд, продолжаем, либо не продолжаем. Не расстраивайся, девочка! Здорово, ну тут по-любому... Вечер добрый, блядь. Тут по-любому скип. Тут по-любому скип. Копия СПС большое, последним самым меня закинуло. Ну, так. Рандом. Охуенный рандом. А, так, я начинаю. Кто ты? Я Егор, мне 15. Охуенеть. Все. Так все, все Егоры... Манюха, нам некогда. Давай, давай, все, шути, шути сразу. Все, я шучу, шучу, все. Давай. За место того, чтобы ебать гайку, строго предпочел, чтобы его выебали в миду. Ебутся как-то 2 клоуна, и через час один друг. Давай следующего. Это не я. Давай следующего. Первая сразу слабая была, сори. Здорово. Алло. Лели Папс. Не надо пакетик. Не надо пакетик. Не надо пакетик. Не надо. Раз, два, три, четыре. Алло. Здорово, здорово. Здорово. Сейчас я кляни... Проблем, сейчас я... Опа. Алло. Ебать, рэпер, здорово. Да, здорово, здорово. Такие сверчки подъехали, что я в ахуе там были. Ладно, погнали. Что, сразу 20 секунд? Нет, нахуй. Да-да, нет, да, нет. Погнали. Да-да, нет, нет, поехали. Все, погнали. Почему строго родился рыжим? Почему?
все просто, потому что у меня батя русый, а мать шлюха. Ладно, ладно, ладно. Что сказал Дмитрий Лик сыну, когда тот попросил скинуть элементы? Донаты выключены. Так. Караван столько привык быть в серии казино, что даже свою маму с батей он делит 50 на 50. Экс, сейчас. Так. Ладно, неплохо. А Ункеру по кайфу ходить с массажкой или с ликсом, потому что его устраивает абсолютно все. Начиная от массажа, заканчивая наличие хуя в жопе. Так, у Скилза необычная стрижка. Обычно называют в барбершопах долбоёб. Вот такая вот. Не, ну я не лучше. Я вообще фул, блядь. Так. А кто там постучался? Да, мать долбится. Ну, с кем? Сейчас. Охуел? За что? У меня просто стены тонкие, ладно, так. Чё? А, в стену постучала, не в дверь? Не, в дверь. Да попи не заёбываю. Да, не заёбываю, попи заебал. Попи, спас нахуй. Ладно. Давай, следующий. У Скилза очень умная голова. Только он смог додуматься перед файтом ДХ выкинуть все оружие нахуй прорубь. Так. Так, хуйня, да, понял. А, Скилзор настолько хуёво делает интеграцию, что когда Хавал попросил его прорекламировать, она банкротилась нахуй. Просто. Блять, сука, что грязно. Зарывается. Это разрывная такая, да. Так. Чё ещё? Заметь, про Скилзора пока не очень смешно. Так. В детстве так строго сильно любил секс, что жопе Даниловича приходилось несладко. Бля, мне так душно, пиздец, я жарко. Так, ну давай, ластовую. Это с нами, потому что давай. Так, чё рассказать так. А, ну, Егор Крид немного огорчился в роддоме, когда ему сказали, что у него родился сын, а не маленький реферал. Такая, типа. Типа, скип нахуй меня. Или что, нормально? Да, неплохо. Нормально. Ластовая есть? Или все? Чё? Ластова есть или это все? Ну это все, но я, блядь, ну, я скажу Ластову, но лучше нахуй это. Согласен, все. Лучше не надо. Все, спасибо большое тебе за участие. Да. А что, могу передать привет? Да, можешь, конечно, если успеешь, по тенький кто. Ну все, привет. Втихуя. Все, ладно. Хорош. Нет, привет передал. Папе, ты не глуша. Да, спасибо огромное тебе за участие, братик. Санёк, ты красава, и Вилон красава, и Мартинский красава. Все, спасибо, все красавы, нахуй. Нас папе не может, блядь, кикнуть, когда мы с Челом уже попрощались. А мне сказали выйти, я вышла. Тупая еблуха сидит. Я вышла, вы сказали. Ладно, прикольный парень, мне понравилось. Я просто забавил, когда ты шутки закрываешь бал. Я поставлю ему 4, прикольно, но все шутки такие были, типа, дефолтненькие шутки были. Ник, блядь, ну ты тупая, сука, дура, блядь. А он может еще раз зайти? И что, он так часто нос чесал? Не знаю. Чешется. Логично. Так, Егорка Помидорка был. Так, не лагающий. 20 секунд. Здравствуйте. Здорово. Ну и хер с ним, да. Давай, 20 секунд тянь, брат. Все, поехали сразу к шуткам. Стендап, знаешь что? Туда вот промахнули, шуток не написали. Давай. А, вот же один. Я чуть-чуть наклюкался, пока тебя ждал, Вадим. Ну, ничего страшного. Итак, первое. За что все так любят шутки про нос Вадима и казино? За нос. Фейс-контроль не пропускает Вадима на техновечеринке со словами «на него не напасешься». У Макривского гладкое и чувствительное лицо, поэтому Эвилон часто бреет жопу. Профессия клоун, благодаря Твичу, стала обидной. А Макривский дипломированным специалистом. Сейчас будет лучше, Вадь, готовься. Когда Вадиму говорят, что у него что-то под носом, он осматривает все тело. Привет, кому ты передать хочешь? Привет моей бабушке, у нее сегодня день рождения, я поэтому сижу наклюканный. С днем рождения, бабушка. Спасибо большое. Блять, единственное смешное, что у него было из шуток, это, блядь, Поппи Бог, это рассказал, а не хочешь никому привет. А оценки прошлому вы не сказали?
И какому именно? Четыре. Четыре, да. Это папичу микро? Да. Папичу четыре. И чат пять, окей. Давай. На 20 секунд еще одного. Виз? Еще одного? Ну, тут на рандоме. Сквиз, давай. Сквиз, здорово. Ебутся в жопу коты. Здорово, да. Сквиз. Давай, ну, включил вебку, разъебал жестко сразу. Тебя зовут Паша, ну, по-любому, да? Почти, Ваня. Бля, похуй. Я думал, Артём. Давай, не похуй. Вообще, как тебя зовут, блядь? Ой, ну что? Ебать, дед. Ты не хуй, бля? Здорово, рай будешь читать? Зубарик, нравится? Брат, оцени. С Новым годом. Вот так могу. Бля, круто. Бля, да. Бля, не могу свой стрим смотреть, да, вот так получается. Ладно, что ж, да. У меня стендап и пару шуточек. Давай. Давай шуточек сначала. Шуточек сначала? Да. Блин, я думал... Да стендап, ладно, надеюсь, как чувствуешь, ладно, давайте как чувствуешь. Ладно, бля, давай шуточек, а если нормально, то и стендап послушай. Да, давай. Ты похож на Иисуса. Правда, на Иисуса похож. Давай, ебаш. Давай. Когда у меня родился сын, он все время что-то просил. Поэтому сидит теперь на вокзале и зарабатывает мне деньги. А моя мама, увидев такой охуительный шпагат, Зубарева, приложила ему свой пельмень. А когда Ликс перестанет ходить в дрочильни в Питере, уменьшится количество рабочих мест. А в жизни есть три вещи, которые должны быть у мужчины. Это жена, ребенок и ебало поуже, чтобы не доебывались лишний раз. А почему у Макривского такая длинная челка? Почему? Чтобы Ивечке удобно было двигать его к кормушке. В каждом поколении есть свои идиоты. В наше время люди писали «Привет», «Чмавки», «Как деливки». А сейчас пишут «Не, ну так-то Никоглай норм тим по факту все говорит». Когда Хинсуха получила свой самый сильный оргазм? Вать, когда? Когда слова «Несу и свой нос» перестали крутиться у него в голове. Я его замутила, почему Зубарев так агрессивно реагирует, когда его просят говорить без мата? Потому что без мата не споешь. Мы залезли в камыши, наебались от души, нахуя нам эти ландыши? Так, ладно. Что ты видишь, когда смотришь на маленькую деталь Лего? Что? Правильно, размер члена дяди Саши. Ну, поняли, типа, 3 на 3. Вот. Ну ладно, не обращай внимания, это да, без в 5 утра написал, да, типа, ну, в 5 утра, кроме члена дяди Саши, ничего не лезет в мою голову. Не, нормально, мы классно сидим, Иисус, Новый год, все охуительно, давай. Давай, блядь. По пару ластовых шуточек и все. Пару ластовых, давай, ладно. Давай, в чем уверен? Чем Зубарев отличается от дешевой проститутки? Дешевая проститутка за 15 юаней даже с кровати не встанет. Чем Вадим похож на свою собаку? Собака радуется, когда приходит хозяин, и Вадим счастлив, когда Янсуха заходит в Дискорд. Привет. Да нет, в принципе, приветов нет. Ладно, спасибо большое за участие. Ну, а как это отцу передай? Он же создатель наш. Слушай, спасибо, ну, это к маме кореша ближе, вот, привет. Все, я понял. И тут еще один просил. Есть время? Да, да. Давай. Давай последнего и успеем еще даже одного. Last. Ебать быстро было. Все, этот быстрый был, следующий. Даня. Даня, здорово. Здорово. Так, всем привет. Здорово. Значит, шутки — это чисто прожарочка. Надеюсь, никого не обижу. Александр. Человек старый, не поймет. Только типы за Twitch, которые шарят, поймут. Хорошо. Так что спасайте, Вать, Ром. Значит, да. Несмотря на отмену масочного режима, Амина Тендерлибае продолжает носить маску. Просто чтобы скрыть свое уродливое ебало. Строго последний раз видел женщину... Ладно, похуй. А чё ты не дала шанс, а у блядь, него... тварь? Что? У него не смешно? Откуда знаешь? Блядь, не... Ну, потому что я видела эти шутки. Он отправлял видео. Блядь, за что? Блядь. Аминку только обидели, пиздец, тогда нахуй. Аминка, не обижайся. Ну ладно, я видел-то Амину без маски. Нормально она чё, блядь? Всем привет. Здорово. Привет, привет. Здорово, бро. Все пиздец, как плохо, я тебе хочу сказать. Вместе с фэнами. Вообще, прям последнее все очень плохо было, брат. Как думаешь, ты спасешь ситуацию или нет? Ну, не знаю, постараюсь, если время чуть дадите, попробую. Да, дадим тебе время, давай. Окей. Меня Эдик Блумро зовут, я пару шуток написал по ходу стрима. Кубаха специально нарядился в клоуна, чтобы Никоглай подумал на Макривского. Так.
Когда Зубрев настолько старый, что когда у него спросили, что такое ИРЛ, он ответил ИРЛАШ. Так. Сейчас, секунду. У Макривского... Мальчишки, девчонки. У Макривского имя Роман, и у него действительно романтичные отношения с Юечкой. Я подумал, какие еще имена могли бы подходить к его жизни. Он рассказывал, что на первые деньги с Твича купил черную икру. Гурман Макривский. Он украл шоу «Где логика» и проводит в качестве ведущего. Клептоман Мусагалинский. У него нет подбородка. Овал Макривский. Его любят узбеки. Лагман Макривский. У него большие щеки, там что-то лежит. Карман Макривский. И что-то может лежать. Снюсоед Макривский. Ну, это так уже просто. Ладно, так. Неплохо. А когда Александр Зубарев узнал, что плохой парень купил 500 лошадиных сил, он посмеялся и сказал, пользовался, не помогло. Ну, это лысый. Пиздец. Мне сказали, короче, какой-то плохой парень купил тот Порше, о котором я мечтаю, прикинь. Да. А шампунь? Это а что нахуй я делаю не так? Вот скажи, брат. Ну, вот ты, ну, я не знаю, увлекаешься ли... Ну, ты меня хоть раз видел до этого? Да, у меня еще есть шутки. Все, вы задели деда. Нет, скажи, что нахуй я делаю не так? Шампунь, лошадиная сила. А у меня ладно. Какая сила? Мужская. Ладно, давай дальше. Брат, набери меня нахуй после стрима. Свяжемся. Так, Александр Зубарев вел стримы с кафе в Китае, где ему понравились пельмени. И после этого мой отец стал задерживаться на работе, потому что он скрикнул, возьми меня прямо здесь на столе. Доволен? Так. Это был твой батя? Ну, походу, да. Не просто же так, совпадение, что ли? Так, в детстве Александр много ковырялся в попе пальцем, поэтому у него страшный палец. Шутка хуйня. И Александр назовет меня за нее подошевой, а я придумал ответ заранее. А мне пофиг. Так, и еще пару шуточек про... ну, просто. Так, доказательство того, что Строга и Гаечка занимаются сексом в Майнкрафте, бревна стакаются. Байовал была против стрима Шадоукека из кампуса, так как там была давалка. Вот. Почему Генсуха подозревает Вилона в измене? Он сует нос не в свое тело. Так. Строгая гаечка — это продолжение мультика «Малыш и Карлсон». Если строго помоет голову, получится отличное пивко. Так, ну... А, и еще по поводу шутки с предыдущего стрима. Давай, что-то последнее. Там Кулебяка. Кубаха шутил о том, что... Кулебяка. Дочь, ты что, пила? Мама спрашивает. Она отвечает, нет, я топор. Ответ убил. Так, ну... Бля, про Кулебяку была самая сильная, хорош, брат. На импровизации сработал. Все, спасибо. Нет, это заранее было прописано. Ну ладно. Все, хорошо. Тогда да, получается спасибо, все. Бро, огромное, спасибо. Да, за участие. Спасибо вам большое за да. возможность. Да, спасибо тебе огромное. Давай, галочь, бро. Окей, я сейчас верну так. Прошлого. Просто, типа, вы сказали, что даете 20 секунд. Если не смешно, вы никто не... Так ебать, так мы выкидываем, а не ты, нахуй. Вы кого-то выкидываете? Бля, ну хорош, я... нахуй, обижать Таню, брат. Хорош, обижать Таню, кстати. Да, мы с Таней давно знакомы. Он ей защики так толкал, нахуй, когда она была в Москве. Не надо. Я в полном тильте. Ладно, попробую. Давай, брат. Давай. Представь, что ты в Райскинг, нахуй. Ты встал на ульте, блядь. Давай, роднулечка. Я легенда. Давай. Строго последний раз видел женщину голую в младенчестве, когда пил у нее молоко и сисек. Злой настолько тупой, что когда его девушка просит быть пожестче, он просто влетает с нее в двух ног. Дмитрий Лиханов ходит в дрочили не чтобы расслабиться, а чтобы найти жену. Все мы знаем, что Дима Ликс уже около месяца болеет. Но это неудивительно, потому что когда он пришел к врачу, врач прописал ему въебальник, а не лекарство. Каравай настолько все забыли, что он платит людям деньги на улице, чтобы с ним фоткались. Читбанат вырос в полной семье, потому что его родители толстые. Дина, блин, очень любит путешествовать. Ну, потому что постоянно шлют нахуй. А Ункер настолько урод, что его лицо используют на пачке сигарет. Зарк с самого детства любит кататься на велосипеде и анальный секс. Ведь тому и другому его научил отец. Все, спасибо. Да. Александр, передайте, пожалуйста, Анастасии из Херсона привет. Настя из Херсона, привет тебе огромный. Татьяна, я в тильте за вас. Нам в тильте и за шуток, спасибо. Я ухожу из пространства интернет, спасибо всем.
Чат, привет. Не расстраивайся, братик. Не... Блять, он Татьяна. Сам вышел, он сам вышел. Татьяна, сам человек вышел, в тильте сам... из-за вас, сука ты, блядь. Что? А что такое в тильте? Ну, типа, в депрессии. Расстроенный, типа. Где, скажи, я Dead Inside, я в тильте. Я Dead Inside, я в тильте. Вот, все, красавчик наш, блядь, теперь нахуй. Ебать. Красава. Я так, Dead Inside. По местам, как у нас, inside. Танюх? Так, не оцениваем это мертвый. Нет, Dead Inside еще внутри. Я мертвый изнутри. Четверочку можно поставить. Да, троечку с половиной. Да. Там два, которые уже были и уже с оценками, и еще два остались, которых не оценивали. Только два осталось? Только два осталось. Ну давайте досмотрим двоих. Ну, давайте, только по-быстрому. А у меня что, уже... не, ну если два, то что? Ну, давай, 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 давай. Двоих по-быстрому такого. У меня пиздец уже, все подпирает прям. Срочно рейд строго надо дать. Нет, я со злым просто договорился. А. Типа он пиздец. У меня уже... Алло. Это вот... Алло? Это алло? Вот тот, который алло? Купил, блядь, Порш? Алло. Здорово. Здорово, здорово, парни. Здорово, как ты? А. Балдеж. Здорово. Хорош. Так, о, сейчас будет... Стендап будет, что ли? Нет, не стендап. Шутки просто, просто, да, шутки, написанные с давай, вали. Свой. Так, сейчас. Не отсюда, типа. Простите, простите, просто вы загоняете во временные рамки, ничего страшного. Извини, да. Не судите секунд. Внешность. Я понял. Не судите внешность боёва. Знаете, как тяжело жить, когда ты еще не прошел эволюцию. На свидании с девушкой каравай всегда расплачивается 50 на 50. Для третьей шутки мне нужно немножко подготовиться. Я уже хорошо подготовился, спасибо. Ничего себе. Первый раз немножко сработало. Ничего на свете лучше нету, чем осла ебала с пересветом. Вот. Хорошо, ладно. Если провести членом по губам кудрявого мальчика, в ответ можно услышать: я как болт, мне нужна гайка. Мало кто знает, но глаза Соника срисовали с головы Квикхантика. У всех мужчин одно яйцо ниже другого, поэтому Дмитрий Ликс решил назвать их Фуль и Тилт. Хочу сказать спасибо братикам 94, потому что благодаря им я узнал о значении словосочетания «голландский штурвал». Mm-hmm. Честно говоря, я очень восхищаюсь господину Зубареву, ведь он один из немногих доказал, что не обязательно удалять два ребра для того, чтобы отсосать у себя же. Для того, чтобы подрочить Лексу, потребуется... Ой. Для того, чтобы подрочить Лексу, потребуется одна дрочильня и 250 тысяч. Зубареву же потребуется одно видео, где обезьяна ковыряет свой хуй. Говорят, у каравая нет яиц. Да, у него три вишенки. Любимый десерт каравая – свит бананза. Что Дмитрий Ликс, что Дмитрий Ликс говорит, когда кончает? Бим-бим-бам-бам. Знаете, кто выиграл на последних паралимпийских играх? Парадевич. Недавно гарвардские выпускники провели исследование и выявили, что любая обезьяна в несколько раз умнее строго. Простите. Так, сейчас... Мало кто знает, что происхождение никнейма Поппи Бо происходит от Поппи больно. А болеть попа может только в двух случаях. Если разорвано очко или у тебя геморрой. Слава богу, я не знаю, что такое геморрой. За что? Просто так. Ладно. Кстати, чат, продаю второй подбородок, торг уместен. Кому надо, тот услышал, как говорится. Да, слушай, это у меня бы уже купили, поэтому хз. Блять, эта тема не продается. Кому надо... Да, спасибо большое, бро, за участие. Кстати, неплохо было, я тебе хочу сказать. Некоторые прям хорошие были. Заскоча немножко не хватало кого-то. И да, я просто волнуюсь. Есть еще пару или можете скипать? Скажи, подожди, одну секунду. Да? Что у тебя за камера? Почему классно так видно? Да не, у тебя не получится. Смотри, Саш, у тебя не получится такое качество, понимаешь? Почему? Потому что у тебя плохо все по интернету. У тебя передача плохая. Все равно, дай я гляну. Panasonic G Lumix. А, нихуя себе, слышишь, у тебя. Так, бро, нам надо посмотреть еще одно, поэтому спасибо огромное за участие. Там все, там все. Там все? А, ну можешь тогда рассказать? Там все, о, отлично. Да, расскажи, давай. Ошибись. Давай. Что будет, если The South начнет левитировать? Так. Черная магия. Хорошо. Что делает бустер, когда Катя на него обижается? Соло, все, что я делаю, делаю в соло. Дмитрий Лик зашифровал свое главное увлечение в имени его секс-куклы, которую зовут Лана. Ну, там, если наоборот, Алан, Анал. Да. У Ликса был горький опыт с его бывшей, после чего он решил завести секс-куклу. Теперь попросту его друзья пускают его по, ее по кругу. Так, по идее, все. Да. Да, спасибо огромное. Да, спасибо большое за участие.
Вам спасибо. Может, если кому-то хочешь перевет передать там, типа, или похуй, нахуй, но надо. Тебе привет. Хорошо, все, спасибо большое. Ну, давайте. Давай, Гайлыч. Так, что у нас... Люди сами выйти из комнаты не могут, я кикаю, меня хуесосят. Вот, ну, ладно. Так, ну... Оценки. Так, да, ты кикаешь. Бля, я не знаю, ну тут четвёрка. Танюш, никто тебя больше не обидит. До пяти не хватило подачи. До пяти не хватило подачи. Ну, да не, ну там очень много таких прям шуток, таких все. Ну да. Были прикольные. Короче, дай нам список у всех, у кого пятерки. Оценки можно, пожалуйста, последние? Четыре. Четыре. У кого пятерки есть? Первое место — дед, второе место — Баха, и по 18,5 два чувака — это Марк Линк и Пашечка, который стендап шутил. То есть, соответственно, у нас два третьих места. Два третьих места, но должно быть одно. А, я ебланка! У нас два вторых места еще. МС Батя с 19 очками. Я не увидела, сори. Ну, давайте просто выберем. Кто это был еще? МС Бать это кто? Я даже не помню. Ну, ладно, похватит. Не обеднеешь, по 302 им скинешь, и все. Пошел нахуй. Нет, подождите. Они сейчас в онлайне или нет? Нам надо... Короче, дай нам просто... скинь нам челов, короче. Я просто сделаю сейчас пост в ТГ прям во время стрима злого. Да и все. Три троих победителей. Короче, выиграл дед... Первый, второй в Кубаха с кем-то, да? Кто такой дед? Дед, который лазил. Да. 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 Туда его прям назад спихи. Да, нахуй. Ладно, неплохо. Молодцы. Я тех четверых, которые занимают второе, третье место, скину и может клипами какими-то сделаю сейчас, чтобы понятнее было ребятам с телеги. Все, спасибо огромное, что пришли. Спасибо тебе, Зубарев, что пришел. Сори, так как-то, короче, я подумал, что наоборот, это будет тебе весело, капец, шутки слушать. Но много шуток было для тебя неподходящих, поэтому, я думаю, надо что-то другое, говорю, короче, из-за сделать. Из-за этого типа, это стоило вот это ждать, сидеть 2 часа. Из-за одного вот этого, который хуем качал штангу. Спасибо тебе большое. Это пиздец. Санька, ты классный, веселый. Я думаю, надо с тобой что-то будет сделать разговорное. Я хочу сделать разговорный стрим, я туда очень хочу тебя позвать. И жду инвайта на твой стрим. Ты меня до сих пор еще не позвал, ничего не рассказал. Так что я могу... Братка, если... Давай сразу забьемся. Если у тебя свободно следующее воскресенье... Да, я могу... Без проблем. Конечно, свободно. Следующее воскресенье-то никто Всё, так не занимает. У меня... А, стоп! У меня в следующее... Нет, не знак... Во сколько времени? Я у Макрицкого играю турнир. Во сколько ты играешь? Первый раз в жизни такое, что у меня через неделю этот все... Вася, что вы там узнаете? Короче, надо подумать. А мама не забрала собаку? Тебе ее обратно в тюрьму. Ой, а зачем? Ну, потому что он там гасает жестко. А, я понял. Так, ладно, короче, давай тогда спишемся тогда с тобой. Короче, все. Все, добро, хорошо. Да, хорошо, спасибо тебе огромное, что этот. Я, короче, запостю сейчас результаты прямо во время стрима, короче, злого. Иди отсюда, вы, блядь. Я пошла, пока. Да, спасибо большое Попе, спасибо ребятам, которые... Танюшка, пока, Танечка. Попе, скинь мне карту, я вам скину за то, что вы слушали этих людей. Мне вас жалко, если честно. Потому что если мы слушали тех уже, кого вы отобрали, то предыдущий это вообще, наверное, нет, был, короче, рофл. Там просто пиздец. Я не знаю, это просто пиздец. Все, короче, ребят, я буду лопать. Я сейчас дам рейд злому. И этот, Сейчас, все, я замутился, спасибо вам огромное. Сейчас я вам, короче, поспамлю Серегу. Там Серега запускает с РЛом, потому что они из-за меня прерывали РЛ. Мне вообще, типа, пиздец, это приятно. Спасибо огромное Славину, то, что, типа, они там... У них, типа, день РЛов, они, типа, из-за меня, чтобы я постримил, типа, они прерывали РЛы. Мне, типа, пиздец, приятно. Поэтому, короче, заходите всех к Сереге. Но я, короче, рейд пообещал неделю назад злому. Поэтому я выдам, короче, рейд. Мне пиздец как понравилось. Я хочу, короче, позвать Зубарева на разговорный стрим. Пиздатый очень. Там интересно, я думаю, будет. Вам будет охуенно, я думаю, его послушать, потому что мне не хватило, короче, Зубарева в этом стриме, потому что, понятное дело, что ему было, короче, некомфортно. Короче, залетайте все к Сереге, можете писать. Ты не будешь в виртуал-казино сидеть? Говорят, что это полная хуйня. Типа, в плане? Ну ты не думал в виртуал-казино сидеть? Так я и буду сидеть. А, ты будешь в виртуал-казино? Не в слотах? Нет. Да, нам сказали просто, что это ничего не значит. Типа, что если будут какие-то проблемы, то они, короче, и так и будут. Ну, типа. Энергетик, да, пойди посмотри, мы короче. Можем что-то другое взять. Ну, ну, короче, сейчас подожди, сейчас я переведу на тебя. Заходите, короче, к Сереге. Все, спасибо вам огромное за стрим, деда в Африке. Ребят, через одну неделю, скорее всего,
начнется глобальное шоу с 16 или 17 числа. Я всю информацию дам на этой неделе, которая будет связана с тем, что, во-первых, вы сейчас в течение нескольких дней увидите, короче, кики из фриков. Потому что, ну, к сожалению, типа, есть люди, которые полностью отошли от нашей деятельности, есть люди, которые отделились, создали свое сообщество, как бы, то есть, ну, типа, как бы, короче, мы просто немножко не стакаемся, как бы, поэтому сейчас будут некоторые кики, и будет глобальное шоу, которое, в котором сможет поучаствовать каждый стример, просто каждый стример, который хочет. Там будут нелепые вопросы, будут нелепые разговоры, поэтому вот так, да. Ну, кики, я сразу говорю, сразу вас предупреждаю, кики будут болезненные, и кики будут тильтовые, то есть, ну, вы расстроитесь. Вы по-любому расстроитесь. Нет, Крис Вейв не будет. Крис Вейв вернулась. Она вчера написала в Телеграме, что она вернулась, она готова стримить. Поэтому вот так вот. Ну, короче, вот так вот. Все, спасибо вам огромное, что смотрели. Все, до скорых встреч. И я вот скидываю вам Серегу и перевожу. Я сейчас буду сидеть у Злова. У нас полнейшая бурмалда. У нас, короче... Да, сейчас она пойдет. У нас, короче, этот. У нас Казик. Я пока типа очкую, еще пока Казик стримит, жду. А Злому похуй, он, блядь, не переживает, нахуй. Так, все, я офаю. Все, встретимся сейчас. Мо...